Всем привет! С вами Владимир, канал «Все о шашках». Так, сегодня у нас событие, юбилейный 20-й турнир мастеров. И сегодня у нас будут играть три богатыря. Так, играть сегодня будет у нас пятикратный призер первенства мира, чемпион Пермского края, кандидат в мастера спорта из Перми Олег Бурылов. Приветствую, Олег! Володя, Иван, здравствуй! Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Да, комментировать и помогать Олегу будут мастер спорта из Москвы Владислав Шипилов. Я так понял, он попозже немного подойдет. А также многократный чемпион России по русским и международным шашкам среди инвалидов по зрению, чемпион и призер первенства мира и Европы среди инвалидов, мастер спорта Иван Смурков. Приветствую, Иван. Приветствую, Владимир. Привет, Олег. Всем зрителям добрый вечер. Так, давайте глянем состав, какой нас сегодня ждет. Так, Щукин-Кондраченко, вот уже такое дерби намечается, да? Снова отношения будут выяснены. Да. А, да, Владимир, забыл сказать, показ экрана в скайпе дашь? Да-да, конечно, извиняюсь, забыл. Я тоже забыл. Я с этого, с гамблера буду. Ну, играть получается, я не буду смотреть. Так, все видно, ага, хорошо. Так, Самандар Каланов. Вот еще гроссмейстер Каланов, Юрия Макаренкова, Юрий Кириллов, Юлия Масалова, Феликс Шепель, Денис Шогин, Тимофей Проскурин, Денис Никитин. Кстати, вообще классный состав сегодня. Константин Ковалевский, так, Рамазон Худой Назаров. Кто еще? Вот такие супер. Тоже мастера такие, Прокопенко, Патлайн тоже могут. Да, да. Да, неплохо. У кого выигрывать-то сегодня будем? Очень сильный состав, да. Но, правда, рейтинг почему-то средний 1593 всего. Непонятно почему. Ладно. Так, 30 пока вижу, 30 участников, да? Кто-то еще добавился один. Будем бороться. Газмяс, 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 газмяс. Мы мясо, мы газ. Прокопенко! Так вот, Евгений Кондраченко пишет в чате. Вечер у хату. Да, приветствую, Евгений. Приветствую. Добрый вечер, хату. Так, Евгений Дробинин пишет всем привет. Привет, Евгений. Привет, Евгений, всем привет. Александр Ютуб пишет, просто славные парни собрались. Здравствуйте, да, приветствую, Александр. 33 игрока, 33 богатыря. Вот не зря заставочка была, да? Да, 33 игрока. И с ними батя Черномор, Евгений Кондраченко, да? Да. Так, а пока не вижу. До турнира мастеров неплохо. Так, ищем Олега. Так, Каланов. Сразу... Ну, я, кстати, с Самандаром Каланом вот сегодня играл буквально в турнире. Сразу гроссмейстер сходу. Хочется как-то разменяться DC5 и давить его всю партию. А здесь можно и DC5, и BC5. Хороший план тоже очень. А BC5, он там это... будет... Ну, не, и так играется. Там известное, ладно, посмотрим, да. А вот так как бы пореже играют. Я как-то играл... Против меня вот такой план применили, очень неприятный. Да, здесь белыми тоже нужно знать уравнение. Так. Ну вот сейчас можно, наверное, так. Либо FG5, либо BC5, да, наверное, как-то? Ну давай, наверное, FG5 по-рабочей, крестьянски. Зачем ему золотая шашка? Пускай убирает ее. Будем выбивать потихонечку. Так, ну сейчас... Да, развиваемся просто. Развиваемся, да, просто. У белых немножко разрознены по флангам силы их, поэтому мы попытаемся... Видишь, у него в центре-то вообще ни одной шашки нет. То есть как раз разрыв по флангам. Он сейчас будет играть CD2, DE3, наверное, пытаться это как-то компенсировать. Или GF2, FE3, CD2. Как-то так. Вот GF2 да. Еще. Так, ну он сейчас грозит FG3 сыграть. Не надо что-то предпринимать. Так, можно попробовать FE7 сыграть. А он тогда FE3. Но это ход такой ответственный.
Ну а как ты предлагаешь давить? Другого нет, похоже. Мне тоже кажется, что только Fe7. Хоть и не очень хочется так играть, но... Да, и сейчас, наверное... BC5, может быть. Да. Хочется мне. Да, наверное, BC5. Шашка на H2. А если CD2, то поменяемся на G5. Нет, AB2 так, решил. На AB2 уже как-то... Может быть, CD6? Или здесь тоже FG5. Попробовать, как думаешь? Ну, нет, можно и CD6. Я думаю, CD6, да. CD6 все-таки. У него, видишь, шашка на H2 застряла. Проблемка. Так. Так, здесь вот размениваться или не стоит пока? Или АБ6 сыграть? На C5. Так, центр, да, грозим на CD2 комбинацию провести. Ну да, пока не даем, но он BC3. Просто тупо. Так, вот где-то надо разменяться, вот где-то надо на G5 поменяться сейчас или потом, вот в какой-то момент. И попытаться указать ничья на слабую шашку. Ну еще, наверное, поиграем на победу. Вот CD2, я хочу B5 играть. А если CD2, FG5, так. CD4. Так, ну меняемся, наверное, назад. Ну надо, другого не вижу. Так, ну сейчас DC5. DC5, да. То есть на размен уже меняемся назад, ну и опять да, раз. Да, размен ED6 назад, и там еще там ничья есть, ну. Ну пусть он еще сделает. Ну, DC3 это сразу, я думаю, приплывет после ED6. Надо меняться, что он думает. Так, а мы потом куда разменяемся? Наверное, назад, да? Назад, да, конечно, назад. Вперед-то да. Не будет ничего. И он немножко не успевает, видишь, HG3, DE3, то есть я успеваю DE7 и EF6 пойти. Так, DE7, да, HG5, что ли, может, пойдет сейчас? Ну, может быть. Но опять у меня чуть-чуть поприятнее, то есть он в защите провел всю партию. По дебюту выпал. На G5, может быть, CD6 даже сыграть, чтобы да, DE5 успеть потом. CD6, конечно. О, да, CD6, наверное, да? Так. Конечно. Сейчас грозим DE5. На GF4, CD4. Да. А, нет. На GF4, CD4 размен DC3 назад и нет ничего. А, или есть. Да, CD4. Хорошо вроде. На размен там, DC3 на, да, назад там DC5. Оппозиция в его пользу. Не, а мы не будем меняться, мы просто DC5 сыграем. Мы DC5 просто, да. Оппозиция 2 на 2 в его пользу. Да, 3 на 3 в нашу. Кстати, смотри, у него плохо. Вот, DC5, победа, по-моему. Да. Разрыв идет все равно. Оппозиция-то в мою пользу. CD4, CD4, CD4. Все, приплыл самандар. И ED6, и ED6, все. Да. Ошибся он. Ну, как говорится, видишь, мы его давили всю партию. Хорошее начало. Это хорош! Хорош! Вторая партия. Так, сейчас как он будет атаковать? Во второй надо бы защититься тут белыми. Надо, да. Позиция, я говорю, такая неприятная. То есть, видишь, он не дает сейчас BC5 сыграть. А, слушай, тут, по-моему, DE3. DE3, я такой ход... Я вообще первый раз такой ход вижу, EF6. DE3, и я такие позиции видел, тут ничего я страшного. Я помню DE3, когда шашка C7 на E7 стоит. Не, тут... Иван, я знаю тут, как играть, тут как бы это, нормально. Ну, если знаешь, вот, хорошо. Вот, сейчас играем на это, на окружение. EF4. Либо EF4, да, либо может даже... Не, B5 как-то не хочется. Ну, B5, да, как-то... B3 тоже как-то не хочется, да, EF4, наверное, сперва. Давай EF4, да, попробуем. Поточнее, наверное. Вот сейчас BC3 уже можно. То есть на B5 мы разменяемся. Вот сейчас B5 можно. Да, B5. Не спешим никуда. Хорошая позиция. Вот сейчас CB4 можно. Или AB2 даже. Так, или... Ну, вот тут надо подумать, да, куда лучше. Так, AB2 подожди, можешь сначала? CB6 там разменяется, да, что-то как-то так. А, на AB2 CB6 есть. Ну, не сказать, что сильно страшно, так, слушай, но Иван, есть. Иван. CB4 так, тупо, и все, и на CD4 мы AB2, и все, и нормально стоим. Ну давай так. Ну
нам что тут, выиграть, что ли? Мы на ничью играем спокойно. При случае-то выиграем и вторую, конечно. Вот, АБ2 и все. АБ2, да, нормально. Или может даже назад поменяться? Да нет, зачем АБ2? То есть я сейчас грыжу назад разменяться, и у меня позиция держится. Но мы грозим при случае БЦ3, БЦ5, а при случае еще же H4 можем назад поменяться. Ну да, тут как бы уже что-то как-то не очень у черных, мягко говоря. Ну близко к равной, наверное, все-таки. Мне кажется, еще пока. Выровнялась позиция, выровнялась. То есть вот ход Е6 это был не в духе позиции явно. Так, куда он сейчас хочет? FG5, может быть? А, ну, FG5, я планирую ED2. Не, а на FG5 на EF2. На FG5 EF2 там был удар так, и BC5. Так, а если... А если BC3, BC5 и на F8 побить? А, так, нет, давай, я отдам пока, а потом подумаем. Так, вот сейчас смотри, если на F8 он ставит дамку... Нам надо бить назад. Так. Не, слушай, там что-то какой-то не очень приятный эндшпиль. Да, по-моему, нормальный. Но если побьем на F8, если он поставит дамку, мы просто побьем назад, он побьет равные шашки, мы переводим дамку на D2 и вроде давай ничего. Ну, смотри. Меняемся, но... Смотри, как считаешь. Да, я думаю, таким образом сыграем, тут проблем нету. CD6, АБ2 пока дам. Так, вот тут сейчас можно... Слушай, а ЕФ2... ЕФ2, ничего себе. Да? То есть FG5, а на CD4 назад меняемся. Так, на так можно DE3... Fe3. Можно даже Fe3, да. Да, сейчас можно... Поменяться так, вперед, можно... вперед, наверное, или как? А, или вперед, да. там ничью придется делать какую-то. И на B5 просто CD4 играя, ничего нет. А, да, CD4 там попроще ничья, да. Точный ход. Потом он разменяется на B4, я Fe5 вылажу, и еще лучше у меня. Ну, на B5 есть еще ничья после CD2, но там тяжелая. Он сейчас, наверное, Fe5, мы вперед меняемся, он EF6, мы CD2, он Fe5, мы на G5 меняемся. Ну, CD4 тут что думать. Ну да, не хуже, мне кажется. Ну, слушай, у меня, по-моему, получше даже тут. Даже получше. Ну, CD2, да, комбинацию поставили на CB6, не попался, еще раз поставили. Так, главное на EF4, а B4 не сыграть. Так, тут какая-то точная ничья должна быть, типа CD4, AB6, GF2, что-то такое. Так, наверное, так и надо играть, да? GF2 и все, а куда ходить? Тут так, тут потому что хитрая такая позиция. Сейчас он жертвует, наверное, BC5 и нападает. Да не, пускай жертвует. Ну и там все рассасывается. Нет, там простая ничья, просто в дамки идем и съедаем шашки. А если он сейчас играет DC5, мы FE5, и там позиция 4 на 4, надо точно ему еще защищаться будет. Но он правильно играет, да. А FG3, FG3 и все, ничья. Так, да, кстати. FG3, на GH4 просто BA7 и AB8. Ну я ничью предложил. Угу. Все, конечно. Завалили гроссмейстера. Кто следующий, завалили, да? Не, ну это не серьезно уже, да. Так, полтора на пол очка, да, победа. Так, Евгений Дробини пишет. Олег, не, красавец, на позитиве. Партии, кстати, Иван, четко, смотри, держали позицию, даже поприятнее получили, да, в конце? Да, хорошо получилось. Но он первый ход EF6 сделал какой-то, ну, мне кажется, не сильнейший. Пытался запутать меня. Ну да. Ну я просто эту позицию, карточку видел, как бы разыгрывал, я тут более-менее знаю, подфартило. А я такую карточку знаю только с ходом CD6, по-моему, а с ED6 я такой карточки не видел. Ну вот с EF6 как бы есть такая именно позиция, вот именно такая как бы, да. А я вот поэтому DC5 сразу размениваюсь и там просто давлю. Так, Алекс 2000, не знаю такого. А, ну эту позицию я знаю, EF7. Я разбирал партию как раз Александра Шварцмана. Сейчас, секунду, пока не вижу. А, вот, все, вижу. С Олег. Так, тут... Тут, по-моему, можно и... Тут можно B5 играть, а можно... А
5 ведь выйти. Можно и bc5, да, кстати. Что он там делать будет, я что-то не вижу. bc5 нормальный ход, кстати, вот мне нравится в таких позициях. На bc5? На bc5 он cd4. А, b7. Ну я bc7 выжидаю, да. Опять на c5, да. bc5 более да. Точно. Ну, там какие-то точные варианты после хода b5 за черных есть, но их надо знать. Я не знаю. Рянск, фотка мой. Я опасаюсь, кстати, всегда с Олегами играть. Олега может выиграть только Олег. Как это там, помнишь, Кригера? Алижана может выиграть только Алижан. А, да, что-то было такое написано, да, там. Алижанжаев, блин. Так, ну пытаются кружить. Сразу CB6, что ли, играть? Я не знаю. Потому что если FE5, он FG3, и что-то не видно, куда ходить. Я думаю, можно CB6 сыграть, да. Давай попробуем. Я думаю, да. То есть на AB2 уже B5 играем. Как раз как бы ограничиваем ему ходы. На DC3 подвяжем, то есть неприятно у него будет. А если бы он там бы опять сыграл? Ну ладно. Закрылись. Ничего страшного. Ну просто... А, подожди. Так, тут еще надо... Что-то играть. Может CD4 просто... А может, подожди, а может быть EF6 сыграть и побить на B6? Или нет такого хода? А зачем? Может, CD4 просто и в центр. Все в центр. CD4, а если он EF2? Так, BC5, так, да, неприятно. Так, а на GF6 и вперед. Так, разменялись, так. Держится, GF6 надо играть. Точно держится? Ну, вроде, да. Времени особо нет. Ну, вроде, ну, попробуем сейчас убежать. Ну, а G7 надо, да. Прижал он тут меня немножко. Так. Так, это правильный ход был? Так, здесь B5 может или... Нет, B5, нет. Наверное, там потом. Плохо. Похоже, окружил меня, да. Ну, давай так. G6, да, может. Не-не-не, так тогда. Она выигрывает, нет? Ну, DC5 сыграем потом, наверное. Так, шар надо скидывать. DC5 и идем, да, в дамки. А, как куда мы далеко мы идем, да? Наверное, все. Наверное, на 3, наверное. Сейчас еще боремся. Газ-мяс! Мы мясо! Мы газ! Что-то... Ого, G3 еще играет, ничего себе. А поджимает, видишь, сейчас на 3 и может сдаваться. Так не, по-моему, простой выигрыш был после FG5, он что-то еще какие-то странные ходы делает. Так. А, ну да, так вот даже. Ладно, сдаюсь. Четко, поджал он меня. Это кто такой? Я первый раз вижу. Я тоже, вот. Пишет стаж 11 дней. Свиярев Олег Брянск. Ладно. Тогда запутывать. Тут я знаю кое-какие варианты. FG3 я бы пошел. Так. Помнишь да. Эту позицию FG3 и на B5, да. AB4, да? Ну, ты знаешь. Владислав Знаном, Кондраченко проиграли. Разменялись на C5, и он нас поджал четко. Вот именно эта позиция. Так, сейчас, по-моему, просто GF4. GF4? Или CD4. Нет, на CD4 там GF4 будет. А на GF4 будет CD4. CD4 тут надо. И смотри, у него CD4 нет, потому что я E на C5 бью. Так нет, все равно есть CD4. И все равно вроде есть CD4. А, нету. Шаг проигрывается, или связка мертвая. Мы так и проиграли Кондраченко. Он неправильно... мы же на C5 побьем, все, я понял. Вот если шашка... Была как бы на другом месте, там, да, такой размен проходил. Мы вот точно так же на предыдущем турнире мастеров этому Кондраченко влетели. Да, я эту позицию перепутал немножко с другой, там, похожей. Я тоже тогда перепутал, они похожие, да.
То есть это можно, как да, просто на C5 бить. У тебя на канале эти партии. Вот, сейчас на C5 бьем просто. Петра Чернышова. А, ну тут, слушай, дружище. CD4, тут... CD4. Так, как? Так. Как-то бить. Тут выиграть шашку надо. Подожди, надо точно рассчитать. Можно и CB4, кстати. А если CD4 просто побил на F2, как он будет шашку защищать? Разменялся CD6, мы снова B3 напали. Да, кстати, выигрывается вроде. Вроде ничего, если мы все правильно увидели, конечно. Ну да. Может, он тут что-то очень коварное заготовил. Ах, вот так вот даже. Ну так. Ну да. А там, видишь, у него колонка ломается. Да, да, вот тут DC7, CB6 еще раз не получается. Ну, CB2, дружище. Так, да, с лишней шашкой мы любим играть. Надо отыгрывать. Позиция такая себе, конечно. Шашки плохо стоят, но ничего, зато лишние. Удары, смотри, идут постоянно. Да, DC5 так, хочет, да? Забрал, я могу скинуть потом. Так, а если просто BC3? Или, слушай, FG3 может? FG3 вроде выстрелает. FG3, ну вроде да. Да, там же у нас уже... Мы уже с двумя лишними будем, да. Да. Давай FG3 попробуем. Ну, соперник там... играет очень интересно. Ну, у меня такое чувство, что... Возможно, прога. Возможно. Вот, у меня похожее чувство, кстати. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Посмотрим, если додавим, значит не прога. Ну да, это самый легкий способ проверить. Так, ну как бы он тут чисто по-человечески играет. Так, ну хочется F2, да? Ну, наверное, да. Надеюсь, там будет выигрыш. Надеюсь. Или он типа все рассчитал? Да, с HG5 играем на любой ход вообще. А может на AB6? Может, стоп! GF2? Так. GF2, может? Или как? Или GF4? BC3 и HG5 2-2, оппозиция. Да, я говорю, вот, наверное... Так, она не проходит, наверное. Так. Он сводит шашки. Давай. Не, она не проходит вроде. Проходит. Бывает. Да. Ну попробуй. Я бы сначала GF4 пошел, ну ладно. Ну мы ничего не теряем. Мы ничего не теряем. Да, так да. О, красавчик. 1-1. Вот это я... Не, похоже, пацан просто своей головой играет, видимо, самоучка. Нормально так, да. Так, Маша Шамина спрашивает. Всем привет, Ваня, ты же планируешь на CFO играть? Я планирую, буду играть. Ну, не знаю насчет заселения, буду жить или ездить пока, но играть точно буду. Так, Закир Крыбека пишет. Привет, Закир. Маша Шамина, кстати, тогда помнишь, у нее ник был там? Типа я пытаюсь набить рейтинг, что-то 2500, помогите мне. Это похоже, Арсений Тунов играл за нее. Это, кстати, Кондраченко тоже на одном из стримов говорил, говорит, вы зачем, говорит, меняетесь никами, говорит, вообще непонятно, говорит, о чем происходит. Я тогда смотрю, прикол тоже, Маша Шамина играет против Маши Шаминой, причем там без этого, без рейтинга. Издеваются над шашей. О, на самом деле, это, конечно, нервный смех такой. Отскочили мы сейчас чудом, да? Ну да, да. Просто там оппозиция такая далекая оппозиция с виду, то мне что-то показалось, что не сойдется, что у него шашки вместе сойдутся. Не успевает Ваня сойтись, видишь? Разрыв по флангам. И да, нам там повезло, что шашки не в один ряд встанут. Если бы встали у него в один ряд, была бы ничья. То есть там, возможно, он BC7 поторопился, может быть, AB6 надо было играть и потом проводить комбинацию. Вот там шашки сходились уже в этой позиции. Понимаешь, в чем суть? Он перепутал. То есть, если бы это прога была, он бы точно пошел AB6, а он BC7 сыграл. То есть да это, мне кажется, наоборот, что там сходятся шашки, они успевают сойтись, и как бы выигрыша нет.
То есть вот это... именно АБ6 надо было играть. Не, подожди, это в какой момент? Это в самом конце? А вот перед тем, как он комбу провел, помнишь, он БЦ7 сыграл, а ему АБ6 надо было играть. И такая же комба проходила, только там шашки немножко по-другому стояли. А, но он бы там темп не потерял. У него бы шашка А7 стояла, видишь, бы на D6 стояла. Шашка на А7 получилась и на H8 в конечной позиции. А у него так бы была шашка, грубо говоря, там на... На А7 и на D6. Там, или... На... Ой, на 7 и на D6. На... Подожди, на D8, да, и типа на H8, ну, типа такого так я уже сейчас не вижу точно. Так нет, если бы он там АБ6 играли, мы бы не стали проводить сразу вот этот размен по 3. Мы бы сначала GF4 сыграли, а потом уже в удобный момент бы отдали BC3, HG5, HG3. И все равно ну, интересная позиция, она будет проанализировать, такая интересная партия. Ну, в первой, конечно, он подхватил так красиво. Да, да, в первой хорошо так. Где-то мы не разобрались там немножко. Так, а тут что, смотри, кстати. А чей тут ход? Кто комбинацию кто не будет проводить? Пять. А, нет, я думал белый ход. Жалко. И вот сейчас кто-то непонятно, что делать. Как-то плоховато. Ну, белые выиграли здесь, наверное. А нет, это ничейная позиция. Нет, Иван, это чисто ничейная позиция. То есть так поставим Рома даму. Ставит на Е3... Потом дамку заводим на P8, и ничейная позиция держится. Нету выигрыша. Успеем, что ли, да? А, конечно. Ну, да не должны. А зачем, на E1-то? Так нет, мне кажется, он здесь... даже сейчас это, ловится, видишь, дамку нельзя ставить. А, просто, ну, тогда, тут на... ну, просто, да, ничья. Даже... На А5 играй, и все. Ну. Ну, или так. Да, ничья. Ну, там надо было ему еще успеть на D8 завести. А вчера я выиграл позицию, как раз Твиницу с Дамир выиграл у Баира Ринчинова. Там Баир ошибся вот в этой позиции. Он сыграл BC7, а надо было просто дамкой B7, AB8, B7, AB8. И там нельзя зайти на двойник, понимаешь? Вот на стриме видео как раз вот эту позицию. И он напал потом. Баир играет BC7. Он, наверное, я уже не помню. Я помню. Гроссмейстер, Моня Норрель. И вчера комбу тоже просмотрели. Я сегодня... Так, ну, надо с перебоем, да? Так, кто, с кем играем, с Норрелем? Ага. Я думаю, с двойным или с одинарным. Так, подожди. Привет, привет, Владислав. Минус два, Владислав. Так, где тут у нас YouTube-то? А вот нашел. Я там демонстрацию экрана. Так, ну ему надо 25 бить, о чем он думает? А, у меня тут что-то немножко сайт немножко, позиция. Так, все, пришли. Так, что, окружаем, да? Я сюда. Слушай, гам... может, да и назад махнемся? Я даже в гамблер еще не зашел. Можно сейчас. Так попробовать, да? Давай, ничего не теряем. Так, Володь, а, во, вот только хотел сказать, чуть мы не с той стороны смотрим, ага. Можно HG7 еще подождать? Слушай, можно я сразу. Эту позицию, знаешь, где видел? На канале у Юрия Никеева. Также так. Играл этот Феликс Шепель, и тут Юрий выиграл. HG7. А какими он играл, Олег? Это важно, да? Да, ну, черными, черные проиграли тут. О, ничего, нормально еще. Осторожно. Так, похоже, ну какой-то сейчас... центр у белых начинается. Да, сейчас, похоже, он еще и Fe5 выскочит. А может CD6? Или плохо так играть? Олег решил назад опять убежать, наверное, да? Я пока не понимаю, что делать вообще. Да кто понимает, господи, мы что тут, гроссмейстера, что ли, собрались? Как говорится, возят мордой об асфальт. Нифига, ребята, вы собрали, 77 человек. Хорошая аудитория. Да, что-то нас прям... А лайков там сколько? 27 пока только лайков. Ох ты, Е2 еще пошел. Тевтонский клин какой-то прям на нас идет. Что ты... Что, DC7 может? Или как? DC7 с угрозой Fe5 и DC5 какой-то комбинации. Давай попробуем. Что-то особо не видно, куда еще. Но если он БА3 сейчас сыграет, мы проведем. Подожди, как? Что-то не видел я. Если бы А3 я бы сыграл, то мы бы отдали Fe5. Fe7 можно, ребята?
нельзя? Да можно. Ну а что, если cd6, он назад отбежит, вообще уныло будет. Если осторожно, то можно. А так, если он и... 3 И ED6 нельзя, да? Да. Ну так-то, может быть, и можно. Я, может, можно было ED6 сыграть? Пока. А, нет, нельзя, там... Нет, там не D5, там D5 не проходит, там AB6 ему сначала отдать, и там выигрыш. А, да-да-да, Вань. Ладно, у меня сейчас простой план, FG5 и EF6 буду пытаться. Олег, ты флаг не уравни своим простым планом, бога ради. А то у нас все планы сейчас рухнут. Так, окружаем изо всех сил, да, мы с последних. Да, правильно Ваня сказал. Да EF5 какой-то неприятный ход. Планом комментировать одно удовольствие. Спасибо, мало того, что за слово в карман не лезет, да еще и дикция приятная. Спасибо. Ну, констатирую факты. Так, ну, куда-то надо меняться. Да, я вот даже не успел сообразить. Так, да, по 2, BC5, DC7, что ли, да? DC7. Куда ж тебя черти понесли-то, господи? Ой, Куда ты предлагаешь? DC7 надо было. А тут может уже... быть, DC7, да, еще сыграть надо было. Да. А теперь что, тут уже... Так себе, выиграть не получится, да, что-то... Мягко говоря, да, душа болит, а сердце плачет. Ну ладно, будем вторую пытаться. Похоже. Да, я тут вообще, честно говоря, не знаю. А я во второй шлиф знаю здесь небольшой. GF4 сыграй. Может быть, выловим сейчас на шлиф. Давай, на C5. Давай, а то я тоже что-то эту позицию не понимаю. А, это мы с Норелем играем, да? Еще раз на C5. Да. А может, на E5 лучше? Ну, я только после DC5 знаю там шлиф. На E5 не знаю. Давай, доверюсь, ладно. Ну, не так, факт, что он попадется. Так, да, GH6 так играется. Здесь играем DE3. Так, здесь играем CD4. Теперь мы центром давим. Да, ну, я надеюсь, что он попадется, потому что если не попадется, так, то... Да, он... Здесь CD2 вроде играется. Ну, шлиф был после размена ED6. Как раз Евгений Кондраченко на стриме показывал, там после размена красивый удар, а тут... Вот такого хода я не видел. А тут он видишь, что хочет. Он FG7 хочет пойти потом. А если мы здесь... FG5 дадим, он побьет 2, потом BA3 нападем. А, нет, так нельзя. Может быть, BC3 сперва да, пойти? Да, наверное, просто BC3. Давайте BC3, да. BC3, АБ2, у нас же центр. Да, АБ2, ну наверное. Это диверсант на H2, он все время как-то... Он сейчас весь что хочет, он FG7 хочет, и HG3 будет грозить. Неприятно. Так а мы там ему поле C3 не ослабим. Такой стопляточный удар, да? А, на G3 хочет, но мы там потом... Я в первой партии такую же фишку хотел сделать там... Слушай, на D5 какой-то есть. Ну что, D5 нельзя, да, вот сейчас вывалиться. Слушай, D5... D5 даже можно, кстати. А, слушай, на D5 он D7 и на CD4 комба. Назад меняется и комба на A1. А после D5, D7 мы ничего не проведем, никакую комбинацию. Эх, нет, не проведем. Так а можешь просто BA3 сыграть? Он же не может сразу HG3 отдавать. Мы же там контрудар проведем. Сразу же... А, кстати, а да. Я за FE5 голосую. Да. Куда так, угодно, ну, в общем, играли. Так, а что, HG3-то не пройдет, да? Там мы рожон ставим, что ли? Ну да, да вроде. Да. Так. Так. Надо, FE5 надо вываливаться или как? Я не пойму. Или CB4... CB4 мне хочется. А тут нам удар никакой не проведут? Вроде нет. Вроде нет. Назад сейчас поменяется, стопудово. Просто, знаешь, в перспективе там есть какие-то удары CB6, BA5, DC7 и будет грозить HG3 и FE5. Вот если он сейчас FE5, мы бьем на F6, потом CD4 или BA5 лучше. Так. Ну, на D4 все-таки. Может, или DC3? Если ED4, он там какой-нибудь удар проведет, HG5, HG7, или это плохо для него? Это плохо для него. Мне кажется, давай. Здесь и так хорошо. Так, а он все ждет. Что, надо CD4, GF6, B5, что ли? А, на FG5 сейчас я уже пойду на этот, на фланг, там нормально. А, нельзя нападать, да-да.
Да, Fe5 и Ef4. Но он может просто поменяться на b6, да, вот что он и делает. Так, может, ED2 тогда? А Fe5 почему не хочешь? А, или Fe5 тоже можно. Ой, у нас время. А Fe5, он HG5, GF4 назад поменяется. А, отползает окаянный. Ну, сейчас-то. Так, что, DC3, да? BC7, CB4. А, нет, нельзя или можно, не знаю. И на B5 что там будет? CB4 покупать, надо играть. Или, так, не знаю, времени. Да, мало. Там будет на B5 какой-то там DE5, ED4, там что-то такое. Да, я да, да. Чем типа... дело кончится, я не вижу нифига. Я тоже до конца не вижу. Прибежал сейчас из... А, стой, есть удар. DE5 побил, а B4 побил, ED4 побил и CB6. Такой удар. Вроде бы, или нет. Слушай, а может просто EF6? Ого. А что, так бывает, да? Ну, тогда CD6 и как-то... А если он отдаст сейчас... А, не отдаст. Убегает он. Да нормально сейчас. CD6-то. А что он думает? CD6 очевидный ход. А, по-моему, удар D5 там не проходил. Шашек слишком много отдаю. А. Я думал, там типа что-нибудь еще АБ4 отдать, ЕД4. Да, там что-то по кругу цепляется, а ничего. Да, за 3 секунды не рассчитали, да. Ну, побежали в дамки или как я? Ох, так даже. Да, тут как бы еще не проиграть нам. Ну, так, можно и проиграть. Берем. Не, ну тут-то мы не проиграем, но и выиграть уже никаким. Ну да, к сожалению, где-то мы, наверное, упустили выигрыш чуть-чуть. А, слушай, есть тут такое ощущение. Пободаемся. А что это он шашки начал отдавать, а? А я не знаю, что он хочет. В чем идея была? Позиция ничейная, но помочь. А, ну вот сейчас поставить на большак, да, все, ну... Как? А ему и одной хватало на большаке. Не, ну две дамки на большаке тут уже никак не прошибешь. Ну поиграй, Олег, вдруг попадется на что-нибудь. Гроссмейстер, сомневаюсь. Всякое бывает. Да, ничего. Так, где там хоть таблица? Кстати, нормально сыграли, мне понравилось. Подавили его тут. Это что, только третий тур? Оу, дела еще впереди. Ну... Кто мог подумать, впереди некий Кондраченко, действительно. Кто такой? Но, в принципе, мне вторая партия понравилась. Первая что-то как-то совсем плохо было. Надо было вот так же FG5 играть, а я что-то FG5 не видел. Я хотел FG7 играть, а надо было FG5. Это лучший цвет просто за белых. Я не знаю, у кого тут лучше. Да, у белых лучше, да. Это... Ну вот вам. Первый нас. А, шайтан, а? Да, ну, там интересно кандидирует. Было, когда он бы опять напал, был ли у нас удар какой-нибудь? Вдруг так, было? Костю мучают 4 шашками. Жалко Костю. Погоди, или Костя мучает, я что-то никак не могу понять. Яйцук профи. Ну, ничейный, наверное. Слушай, а уже тут доиграли. Что, все партии учитываются, я ничего понять не могу. Все, да, здесь все учитываются. Ну, конечно, не микроматчи. А, все? Так а я думал, вторую можно сдать. Я ж забыл совсем. Не-не-не, не надо было ее сдавать. А я еще думаю, что ты говоришь, без разницы. Без а разницы. В какой момент я ты напроешь? Вроде без разницы, такой игра на расслабоне, как бы. Глеб Пономарев. Так, ну как, уже в 4 хочется, да? Хочется, да. Чтобы он не разменялся. Если хочется, то можно, я думаю. Да, если BC3, то он Е4. Как-то нет. На GF6 уже FE5 грожу. Так. Так, BC3 можно? BC3 хочется. Ну, давай. Так. Сейчас можно CD4 и потом DC3. Ой, ну это у вас, по-моему, классика пошла. Классики я не силен. Я тоже. Мы тут так... Собрались потренить больше. А я решил окружить. Это всех. Владислав только собрался тут играть. Да я вообще только прибежал. Так, подожди. Вот АБ2 или ДЦ3? Так. Может, лучше от греха подальше АБ2 и на ФИ5 поменяться, а то что-то как-то тут у нас не хватает нападения.
Не хочу. А, подожди, а может быть АБ2 и на ФЕ5 БЦ3 и СД4? Опа. Нападаем первыми, да? Да, он, то есть, разменивается, мы потом ДЦ3 и центр занимаем, да? Мне нравится план. Давай попробуем, да, там так, такая долговременная жертва шашки у нас тут может пройти. Так, 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 и напали, да, да, неприятная позиция. О, это мне нравится. Вот что значит, сейчас. Олег изучал творчество Валерия Евгеньевича Сафронова. Кстати, завтра всем рекомендую, видео записал, ну, такое интересное, как бы. Так, нас хотят поменять, ребята. О чем видео, ну, Б-снитера. Ну, надо, да, к сожалению. А, ну, кстати, можно ДЦ-3. Можно ДЦ-3, почему? Не обязательно. А, можно и ДЦ-3, да. Олег решил нервировать своей шашкой Б-6, там, неприятеля. Будем поострее. Так, или СД4. Ой, я бы на Д4 пошел, хотя не знаю, так надо так играть или нет. Давай, давай СД4 попробуем. Да. Повеселее. Так, вот сейчас СБ2, наверное. Или СД2, да. Так ты ему и выносишь мозг, мозг своей шашкой, да, Олег? Так, так, ну не тут сейчас играть надо. Не пора ли залезть? Пора. Как-то... Так, он же F4, мы DC5, что ли, будем? Нифига себе. Ну, это всеобщие размены тогда будут. Можно. Да, он там шашку пожертвует. Это не страшно для нас? А, ты имеешь в виду FG3 и CB6? Да, да, да. Мне не нравится. Не, так, а не может, хочу. Его откнется еще, может, не рискнуть. Может, на GF4 просто нападем, FG3, наверное, если уж. Вот все-таки нападать надо, да. Да, ну, боюсь, или... тогда мы будем очень пассивны. На GF4 DC5 он жертвует и отыгрывает, и у меня шашки проигранная позиция, по-моему. Ну да, а может, на GF4 вообще какой-нибудь нейтральный ход, типа БА3 сделать? Он же не может так. Ничего. Так. А, ну ладно, все, не проехал. Не лезет. Ну, БА3 просится вообще-то на всякий случай, да. Тут, да, тут тоже БА3. Ну, сейчас воткнется, чует мое сердце. А сейчас уже ДЦ5 будет. Да, будет. О, вон как, мы его переждали, да? Или ЕД6 все-таки сыграет? Подожди, а на ЖФ4 ДЦ5 опять же он ФЖ3 поддаст. А, там оппозиция не в мою пользу, нельзя. Так, тогда ладно. Что же будем делать на ходу? Меняйте план тогда. Так, АБ4 так. Или ФЖ3? Входит, да? ЕД2. А, ЕД2? А, ЕД2 и ФЖ5, наверное, да, плохо будет. Как-то ЕД2 не просится. Да, ЕД2 и ФЖ5. А, там Е1, она вроде держит все. Тогда АБ4? Что остается? АБ4, он ФЕ3 полезет. А мы ДЦ... А, нельзя. Ага. Увидел. А, на ЖФ4 там АБ4 и на ФЕ3 ДЕ5 и ПЦ5, кстати, была жертва. Так он, ну, сейчас ладно. На ЖФ5 поменяется. А, нет, безвозменно пошел. Вон как... Да, что-то веселое получилось. В чью пользу это сойдется, непонятно. Так, ЕД2 нельзя сейчас. Так, куда ходить? Может, ЕД2, кстати, а что, может на ЕД2? Он сейчас на Б6 меняется. Бог с вами. И что делать? Ну, давай ЕД2 здесь, может, или что? Или что делать, да, действительно. А, ЕД2 и на ЖФ4 можем шашку забрать. ФЖ3, наверное, да? И ничья. Ну, да. И если он сейчас дамку поставит, мы можем просто БА3 играть. Просто куда играть? ЖА6 он имеет в виду. Ой, ЖА6, да, ЖА6, я перепутал. И даже если он удар проводит, это ничья. Куда? Так, ну а ЖА7-то нельзя, что делать? Ой, а он так пошел? Обалдеть. Ну, он сейчас ЕФ6 нас встретит. И все. Так. Не встретил, надо что-то жертвовать. Проигрыш. Да, тут уже... Да, а, что-то наиграли мы. Ошиблись. Вы, ребята, если подсказываете, побыстрее чуть-чуть. А в скайпе еще, видишь, задержка идет небольшая. Да. А? Ты ходы делаешь быстрее, чем мы успеваем подсказывать. Так, ну что, за худший цвет играем, да? Да, лучшим, лучшим проиграли, худшим сейчас должны выиграть. Правильно. Плохо. Ладно, зато хорошо играли остро. В принципе, мне за черных позиция понравилась. Я хочу такой же план повторить.
повторить. Ну да, наверное. Же в 4. Как бы сейчас пусть сам учится. Но мне кажется, что мы там где-то в конце ничего не сделали простую. Ну да, где-то ошиблись, надо чуть побыстрее играть. Да, в цветном залезли. Ну вот сейчас ты его пока по времени, слава богу, не сглазь. Ну у нас ЦС хорошая, мне кажется, размен ЕД4 такой себе, не очень хороший. Да, что-то разменчик странный, мягко говоря. Не знаю, как тут сойдется все, но на вид поприятнее. Чего. Ну, выражаясь по-научному, шашка в центре – объект для атаки. Да, то как этот объект использовать? Да, будем связывать, нападать, разменивать. Ну, так я, наверное, выжду. Да, пока, наверное, не торопится. А G5 какой-то есть такой неприятный для него. И потом размен... Может быть, MG5? Я что-то... HG5 я в этой позиции не вижу. Да. Физически не вижу такого хода. Ну ты, Владислав... Понимаешь же, зачем издеваться-то? Ладно, шучу. Это... Я еще не въехал, понимаешь? Я сейчас бежал с автобуса, думаю... Я же тебе сказал вчера, Олег, что я на полчаса где-то опоздаю, чуть-чуть даже успею. Такого хода я могу, в принципе, и G6, и после размена назад сыграть на окружение типа B5. А там пройдет окружение? Давай, ну, с таким флангом, Вань, смотри, у него правый фланг вообще в зачаточном состоянии. Давай попробуем. Ой. Давай. Времени у него мало. Ну давай, давай, это у нас сейчас тоже будет мало. Да, DC5, размен и B5. И будем смотреть, что там будет дальше. Так, а, ну он может просто BA3 может сыграть. Просто. И... Вот, BA3 даже. Ну да. И, допустим, на инициативу играет. Так, слушайте, ребят, это надо, наверное. Мне что-то эта позиция напоминает. То ли тычок, то ли какую-то, я не знаю, что так вообще, что это классика. Или вообще HG5. Да, HG5. HG5 хочу. Играть так играть. Ну да. А он сейчас какой-нибудь CD2, да? Или F3 поменяется. D5 есть. Так, DC5. Неприятный ход на самом деле. Да. А, у нас DC5. C5 плохо. FE5 не проходит. Размен не проходит. Да, мы попали. Ну, FG7 остается, что ли? Что ли? FG7 другой только? Турецкий ход FG7. От безысходности. Когда нет нормальных ходов, приходится смотреть ненормальные, да? Ладно, сейчас попытаемся. А, кстати, сейчас CD2 какой-то уже, типа, FE5 появляется неприятный для него. Ну, CD4 надо, наверное, выходить. Задумался, что он. Не, на какой ход ты говоришь, Олег? Ну все, уже проехали. Так, он имел в виду, Вань, на БА3 он имел в виду, что ФЕ5 есть после. Не, этого. На БА3 просто одно отдал, две забрал. Так, ну что, может ДС7 попробовать? Я даже не знаю. Опа. Так, грожу шар выиграть, ребята. Да, да, грозим. Похоже, он напали. Выигрывает. Напали. А может и не выигрывает, все, кстати. Там ФЕ5 да, будет в этот момент. Нету, нет, у него. Все нормально, ЦБ2 напали. Если бы C7 и F5 разменялись назад, потом подошли и забрали. Так, ну это называется, он сейчас прорваться на фланге будет. Так что погодите, рано радоваться еще. Сейчас FG5 да. Играет. Угу. Опа. Ну, АБ4 побежали на всякий подарочный. А вдруг? Ну да, наверное, надо АБ4. Может, разменять эту шашку? А он нас на большаке поймает, Ваня, вот смотри-ка. F6, да. D6, G7, C3, H8, и мы не успеваем даже поставить, а у него вторая уже поперла. Да нет, а вроде нормально, ЕД6 нормально, вроде еще можем, сейчас протащим как-нибудь. B2, так, да? Пошли, так, да, да. Ушли, ну, по крайней мере, шансы. Это должно быть выиграно. Должно, да. Но не обязано. Да, надо точно провести эти шашки, D4 надо не потерять. Да, среди нас нет, к сожалению, ни одного цирика, да? А у Олега сколько времени? Чуть больше, чем... Так, докопался он до нас.
Так, может быть, на D2 или не получается? Так, а, нет, дамка с людей переводится. А, Олег хочет назад дамку перевести, да-да. Так, на B2 там... нормально. Выиграно, ребята. Выиграно, да. Так, наш 8, да, ушли. Все, поехали вперед сейчас. Ну, через так, ход. Ну, так мы будем туда-сюда ходить. На F6 тогда. На F6, наверное, тогда. А он тогда с... любви зайдет. Не получается, да, Аня, или получается, не знаю. Блин. Ну, выиграй пару секунд времени себе. Да, что-то мы ходим. Ой, повторение сейчас будет троекратное. Ай. Ну, значит, не было. А да. Что-то не получается. Пустили где-то, да. Блин, надо было АБ6 играть. Зачем я дамкой ходил? Надо было дамку на H8 и потом АБ6 тянуть. Дурак, выигрыш. Все понятно? Да, был. Да. Кто ну, знает. Так, там Маша Шамина спрашивала еще. Ваня, не знаешь, кто еще собирается играть на ЦФО? Там на ЦФО среди мужчин будет хороший состав, там много гроссмейстеров приедет. Ну еще же СЗФО к нам подключается, там о! Куча питерских будет. Костя приблизился, Кондраченко. Так что состав Рома хороший. И Рома здесь. А, Кириллов! А, это который чуть? Еще один гроссмейстер, круто. Так, какой так, у нас сегодня третий? Так, по-моему, F4 надо бить. Господи, бери коня любого, что называется, да? Так. Ой, коня любого, извините, тут шашку я... можно... Я образно сказал. Нормально. И повторяем за ним. Мы соревноваться с гроссмейстером в гамбитных позициях, да? Повторяем гамбит... за ним ходы. Я люблю. Да, мне тоже нравится. Это мой конек. Прям цитата из известного фильма, не скажу какого. Народ не догадается. Так, ну хочется как-то BC5 выйти. И если он CD4, меняюсь назад. HG7 и размен назад, да? А он там ED4 не подхватит? Да вроде нет. Ну давай попробуем. Не, а BC7 хочу и назад. Зачем HG7? HG7 не надо. Зачем такое? Нет, так не, он все равно ED4 пойдет. А, не, BC3 да. Даже. Вот в чем дело-то. Гроссмейстер нас услышал, короче. Ну, ладно, будем темпы накапливать, значит. Ну, так, еще Да, наверное, разменялся. Ага. Жалко, что у нас колонки нет на левом фланге. Ну, ладно, ничего страшного. Так, здесь где-то надо точно сыграть. А что, DC7 нельзя? Не знаю. У меня вообще какой-то FG5 в мозгах застрял. Не знаю, только можно это или нет. Это советовать-то легко со стороны. Чтобы надо играть DC7 закрыться, Вань. Ну вот что-то я тоже такое считаю. Больше или ничего не вижу. Или не пройдет. Там, а сколько может, там CD4 будет у него, и что-то не задавит он центром там. А, ну тогда лучше не надо, наверное. Ну тогда просто меняемся. Или DC7. Да, вот DC7 еще есть. Пока тут нет никаких ударов по полю D8, да? Вроде вот бы нету. Пошилось этой позиции. Все время там что-то сквозит такое вот. Ну как что DC7, ребята, сыграть? Ну вот DC7, CB6, и там возможно... Ну давай DC7, а то по времени пролетим, господи. И тут в перспективе возможен даже где-то DE5 размен. Ну не здесь, но возможен. Так вот сейчас FG5, да, вот в чем дело-то. Он что, зажать нас собрался? Боюсь, что да. Блин. Чуть зажмет счет. А может быть, там нет ничьи CB6, B5? Ну да, так, это, наверное, единственный план, который тут можно... Вроде что-то там наклевывается. Но у него две дамки будет, да? Или не успеет вторую дамку провести? Да вот надеюсь, что не успеет. А, вот он думает, да, B6, там B1... И что делать? Если бы шашка стояла на Е3, был бы выигрыш. Он бы поставил дамку, и некуда было бы убирать ее. А тут шашка нападаем. Не успевает. Да, напали. И так, на Е5 тут... побежали. На Е5, все. Сейчас сыграем в ничью. Ты должен проиграть уже. Сейчас. Почему ты здесь хорошо. Должен проиграть, Олег? На победу играешь. А, ну на победу этого...
Как быстро у нас приоритеты меняются. Ну, хорошо. Я проиграю точно. Так, он на... ЦБ6 уйдет, что будем делать? 2 на 2 менять быстро? ЕД4? Надо играть, похоже, ну, надо, да. Надо, наверное, да. Надо. Ничего нету. Не проиграть. Ну, по крайней мере, уж хуже-то не будет. Ну, может, что-то было еще, но догадаться в принципе сложно. О, гроссмейстер играет на выигрыш. На c3, да, наверное. Ну, наверное, на c3, а что? Так, еще больше дальше. Ну и все, ничья, да. Отскочили, да, что-то как-то неприятно получили. Ну, в такой позиции так, о! Бей, не надо думать. Ну да, да, вот тут уже думать не надо. Да, это нам подвезло. А, пусть видишь, что он? Он хочет, чтобы наша шашка на e5 оставалась. Ох ты, мать честная, прям какая-то жертва новой редакции, да? Какой-то гамбит Кукуева получился. Ну ладно, будем играть. Ну да, да, это не гамбит Кукуева, это Фуева Кукуева, короче говоря. Ты, Владислав, аккуратнее тут выражение. Я, нет, нет, я это, я помню, я заштриховал, как говорится. Я в звездочке заключил. Что ты понимаешь? Нет, ребят, ну мы стрим все-таки ведем, зрителям должно быть чуть-чуть весело, как вы понимаете. А то сейчас будем как 3 академика. Ну ладно, 2. Олегу там некогда академировать. Опа! Так, что, может, же H4 куда-нибудь да, пойти? Вот мне тоже эта мысль мелькнула, но я побоялся озвучить. Ну, если Ваня сказал, то... Да я тоже не знаю. Кирилл играет, Кирилл. Да, но... Ну что, сразу выскочим на D4 или... А, подождем маленько. А B2, тут же F6, он... А, нет, не ходит он же F6. Ну, не ходит и не надо. CD4. Не хочешь... не можешь, научим, не хочешь, заставим. Убегать будет. Сейчас, если же F6, то FE3 и на DE7 разменяемся, FE5 на G5. Честно говоря, мне моя позиция как бы нравится. Ну да, никаких слабостей нету, а там еще шашку H8 надо вытаскивать. Он хочет поставить GF6, потом на BC3 долбануть, а B4 и DE5, да? Но мы ему не даем такой возможности. Пока укрепляемся. Так, вот сейчас пято просится DE5. По-моему, у нас лучше, ребята. D5. Просится, давай. Это... DE5 есть, вот куда? Куда ходить? Олег, думаете? Давай DE5. Давай DE5. Да. Попробуй DE5. Вроде ничего такого страшного нет. По-моему, у него только FE7 и размен назад. А что еще тут? Хотя... Будем остро или, играть. Нет, не FE7, GH6 может быть, я не знаю. Да давай D5, главное в цветном. Ты так долго думал-то, ну, опа! А HG5 еще нельзя. Да, вот HG5 добавить. Взяли здесь, правда, что-то прям... Ну, не должно... Давай, быть. Да хочешь! FE7 у него нету. Может было еще какой-то BC3, но HG5 лучше, мне кажется, веселее главное. Так, BC3, а, но BC3 он назад поменяется, ребят. Так, BC3, а ему же нельзя назад. Мы же одну за две ему там. Пусть ну, что там, GF6, что ли? GF6 какой-то есть. Но это ну, мы тогда вообще на F6 воткнемся. Не, ну там мы будем выигрывать, конечно. Так, CD4 может поставить. А? Так. Где-то выиграно. Или ED4 даже. Сколько у нас таких выигранных было сегодня? Ого, EF2. EF2, так, FG3, наверное, да? Я немножко в себя ушел, ребята, думаю. Да, ничего страшного, да, не отвлекайся. Да, да. Так, вот это вот веселая позиция. Слушай, DE3! Да, DE3, давай. И привет! Так, а FE7 что? Давим изо всех сил сейчас. А FE7 одну за три проведем же F6. А, там может и так. Так, ну тут, по-моему, GF6. Да вроде бы, да. Стоп. Или ED4 сначала. Может, ED4, правда. Давай ED4 сначала, наверное. Меня терзают смутные сомнения. Меня тоже. Шпака магнитофону, посла медальон. Так, назад нельзя ему меняться, я EF6 вылажу и все, и там... Уф, выиграл даже. Только гроссами кормить. У него с ними лучше получается. У меня с кандидатами плохо получается. Да, Кондраченко ему там, пожалуйста. Сейчас такими темпами до восьмерки недалеко.
Александр пишет в чате. Ой, по-моему, Костя проиграл, да? Так, да, да. А, они перебились, оказывается. Что там, Владимир, вопрос в чате? Александр пишет в чате. Есть видео с разбором дебюта игра Бадянского. Его случайно не Иван Смурков записал, просто голос похожий. Вань, колись. Твоя да, я записывал такой дебют. Ну, я хотел начать там рубрику «Дорога до гроссмейстера», разобрать там, ну, леталки в подряд там почти все. Но что-то далеко я не ушел. Может, потом еще вернусь к этому. Блин, я смотрю, сегодня такая плотность. Не, Вань, вот Вань, действительно, ну, с твоим приятным голосом сам Бог видел. Ну, представляешь, мой гнусавый и твой такая, твой четко поставленный. Это ж как да почему радует. Гнусавый? Нормальный голос. Ну, я, наверное, себя со стороны. А всем со стороны кажется, что голос плохой. Я свое видео тоже смотрю. Сегодня хороший состав, я смотрю, это очень много гроссмейстеров. Где мы хоть идем-то, на каком месте? Да, вот я тоже хотел спросить. Полтинничек. Мне кажется, плюс один, нет? Не плюс один? Не, полтинничек. А, мы же еще Норрелю проиграли, полтора на пол, да. Было дело. И Пономареву полтора на пол. Кто у нас здесь играет? Норрель и Проскурин, да? С Пономаревым, да, был выигрыш, похоже, во второй, но времени мало. Погодите, тут вроде Проскурин в доску выиграно у него, нет? Я что-то не пойму. У него дамп. А чей ход? А, вот. Ну вот черных. А че он одну за две не провел? Ну ладно. Не заметил, наверное. Ой-ой-ой, удар же, удар, смотри, был. БЦ7 ну, да. И все. Удар же был. Да тут и раньше удар был. А Тимохай не увидел тут удар. Сейчас не выиграет для смеха. Капец они играют. В ничья. А так и получилось. Да, уже только сказал, оно и это осуществилось. Так, а кто думает-то, я не пойму. Вот, кстати, а что он думает? Они теперь разбираются, кто на победу играет. А зачем он отдал? Так погоди, сейчас уже будет выиграно у белых. Тут уже и проиграть можно. Да, как-то... Чудеса, да? Да, таким образом Тимофей лишний раз укрепил. Не, ну держится, это ничья. Держится? А, вроде. HG7 нельзя, да? Ну да, бегать. А, тут уже еще вторая дамка проходит. Или все-таки ничья, это выигрыш или не выигрыш? Не, ну он не может пускать. Слушай, ничья, да. Ну, Б8 раз два будет. Да, вроде идеи нет, да. Ой, я недавно что-то подобное анализировал, да. То есть смотри. На любое нападение отдаем шар ЕД6 и занимаем большую дорогу. Ну давай, ЕД6 уже отдавай. Ну уж Проскурину здесь проигрывать какой-то, совсем. Слушай, что, по-моему, понял? Мне какой-то Тимофей прям мучительный, ничью для себя выбрал. Очень странно. Очень. Хотя бы белыми играл. Норрель. По пути мог выиграть раза три, наверное. А, это Норрель делал ничью, да, сейчас? Да, я удивился, думал, зачем так? Ну, значит, Норрель. А там, по-моему, у черных вообще выигрыш был. Олег, твоя тема, смотри, позиция с Сашкой H2, но тут, по-моему, третья дамка. Нет, это не та тема, там дамка должна быть. Там третья дамка, да, а здесь-то что же? Тут-то ничья бита. Так, ну хватит там дамы издеваться, господи. Кто это такой издевается над Юлией Макаренковой? Ловушка, когда белым отдают большую дорогу, мы выстраиваем дамки на G1. E1 и C1. Так, и C1, да, и вот когда там дамка типа идет, не на C1. Так, ну долго они будут это дело все крутить. Тоже, по-моему, первую выиграл, что он это, вторую-то мучает ее. Тут ловушка какая-то, я уже забыл. А кто это играет? Вот, кстати, смотри, она ловушку строит, Юля. Яцук выиграл. А, Яцук. На G1, по-моему, и на... Позвольте, разве здесь Юля играет черными? По-моему, наоборот. И на D8, да, ловушка была. Так, все, ничего. Так, конечно, Дашков у кого-то выиграл. Впервые. Как впервые? Ну, это, по-моему, у Максима Федорова вот эта ловушка приведена. Оставь вас на 20 минут без присмотра. Такие вещи творятся, что прям караул просто. Нельзя опаздывать. Такие ужасы. Дашков первый раз выиграл. Пол турнира уже почти пошло. Ну так, да, ровно полтурнира. Так, вот. Ну где мы там? Я же Рамазон куда и назад. Соперник. Да. Позиция хуже у нас. А, это у него. Не, у нас да. У нас хорошо. Не, ну я просто смотрю, Володь не сразу поставил. А, ну это кривой дебют.
Его Кандауров постоянно применял в чемпионате страны 79 года. А как тут атаковать правильно черным? Я что-то... Я не знаю. При правильной игре, кстати, ничья, Ваня. Это не, ну да, да, посмотрел. Да. Это... Да, но тут надо как-то черными помочь. Не знаю, Bc5 может быть, чтобы выбить это поле. Только же F6 не ходи. Да, уж. Или Bc5, или... B5 есть, нет? B5. Ну, можно и B5. Ну, или B5, или DC5. Ну, черный тут разнообразный выбор планов, как говорится. Давай B5, да, чтобы он DC5 не поставил. И будем окружать как-нибудь. Так, что он будет хотеть? GF2, что ли, с идеей комбинации? Не, ну GF2, DC5 какой-то неприятный будет. И там, скорее всего... На GF2, DC5, да. А, и там пробой светится на горизонте. Там, мне кажется, чуть ли не проиграно. Ну, я думаю, проиграно. Так, да. Укрепляется. Так, что, АБ6 или СБ6? Одно из двух. Может, вообще ЖФ6? А если ЖФ6, он, наверное, поставит? Ну, поменяем его к чертовой бабушке. Или это уже упрощение? А, ну да, там АЖ3 уже будет, да? Так, как-то он там, мы его отпустим сильно. СБ6. Вот желать... Желательно, конечно, чтобы вот эта вот шашка D4... D5 неприятный. Так, ну D7 можно, и назад поменялись. Ну, такие планы. А, подожди, подожди. А DC5 нельзя просто пойти время на шашку пожертвовать? А, или нельзя? А как мы ее будем отыгрывать? А слушай, а BC5 чего не нравится играть? А BC5 чего не нравится? Давай BC5. А за сандалит? А, он там рожна поставит. FE5, CB4, нет? Ну, есть такое так-то. Правда, мы там тоже куда-то вывалимся. Ну, вывалимся, да. Что-то GF6, что ли, или что делать? А, или GF4 именно сначала. Перемудрил что-то я, да. Ну, ничего, еще нормально. Давай, может, GF4 как-нибудь. Давай, попробуем. Ну, CD4, наверное. Конечно, что-то не то сделали, но еще поборемся. Не, на CD4 я колонну буду выстраивать. Ну да, вот такая идея. Так, а он так хочет сразу идти. Ну да, сейчас, так мы сейчас тоже. Сейчас на опять полезет окаянный. А мы разменяемся. Такая острая позиция получилась. А, ну что, если разменяемся, то еще как-то дышать можно. Ну держимся, да, нормально еще. Поторопился я вот тут, не знаю, планы, вот на изучать тоже теорию. Да, сейчас еще белыми это играть, вообще цирк будет. Ну, сделаем вид, что мы так и задумали. Мы не показали ему сильнейший план за черных, да? Да, да. Так, ну наш рожон получается, рожон-то и не хуже наш получается, ребят, смотрите, как интересно. Да, может быть, только темпов маловато у нас, но ничего, ничего. Может быть, GF6 и HG5 потом пойти? Вот на АБ2, может, АЖ5 нету? А он в этот... А мы ЕД2 пойдем. Ну, давай попробуем. Вроде там не выигрывается у него ничего. И если он сейчас это не заходит, тогда мы сами уже у него шар... Да, играть, да, да, да. Не-не, полезет. Куда же деваться-то? Да, мы ЕД2 и снова на победу начнем играть. А девушка-то любит-то тебя? Конечно, любит. Что же еще ей делать? Это был такой фильм. Ну, молодежь так не помнит. Там блистательно Костя Райкин сыграл. Он хочет две шашки нам пожертвовать. Это и обрезать. Ну, тогда же F4 надо, что ли, да? Сейчас отдаем F3. Так, мы успеем добежать-то? Что-то как-то прям... Да, что-то непонятно. Так, ну побегай... Там петля будет, там петля, там B5. Так, да. Ну ладно, еще может что-нибудь. Ну закроемся, да. Ну, толку. Он сейчас, наверное, на B8 поставит, да? На B8 надо, да. Так, ну мы еще это поиграем. Ох уж этот Рамазон. Ах, он B5 сейчас, да, блин. Какой хитрый. Ну, все, тут встретили нас. Приплыли. Да, приплыли. Да, хитрый он.
Да еще лучшим цветом. Сейчас худшим опять выигрывать придется. Ну, так, кстати, играли. Играл кто-то в чемпионате СССР. Ну, что, CD2 какой-нибудь? CD2 и на G5, да? Если он, и потом на G5 поменяемся на D4, да? Да, да, и нормально. А, это теория. Тут, по-моему, надо меняться CB4 и уходить на G5. Вот что-то такое. CB4 надо меняться. Вы так учили. Ну, тут позиция, конечно, гниловатая за белых. Ну, проигрывать-то не хочется. Не-не, именно на B6, Олег. Так, тут, и на G5, да? Да, так ползать надо. Ну, грозится D4, естественно. А, это с переменой цвета что-то такое же есть. Типа, а, в дебюте CB4, DC5. Тут нормально, да. Сейчас должен разобраться. Владислав, спасибо, да. Да, я говорю, тут при случае... Я даже... вроде у Литвиновича что-то такое написано, я не знаю. Нормально. А B2 здесь, да? Или как? Ну да, по-моему. Так, Кондраченко проиграл Феликсу Шепелю, смотрю, пол очка на полтора. Ну, хотя бы разок надо. Наверное, я переобострил. Так, этому, к... А, слушай, а на так уже можно... G6 или GF2? G6 или GF2. Олег, я смотрю, аж G3 смотрит. А, GF2 даже? Можно и G3, кстати. Я хочу GF2. Давай GF2. То есть на G6 просто упрощаем позицию, ну да, там. Приходится, приходится, к сожалению, упрощать. Так, а ну так, слушай, уже могу и G6 сыграть. Можешь. Ну да, наверное, надо, потому что если бы C3, он CD4 вылезет. Так. А он сейчас F5 как выскочит, как выпрыгнет. Будет какими-то комбинациями там грозить в перспективе. Ну да. А на BC3, CD4 может. Вот я не знаю, что после... План. Что после F5 делать, я не знаю. Ну, BC3, может, сыграем. Нападет. CD4, да, мы, наверное, FG3? Может, там как-то... Может, да, как-то FG... FG3, он снова на D4 полезет. Ну да, вот так. Ну ладно, не сыграл и не сыграл. Так, ну, эфир... Ой, а я вас предупреждал, однако. Так, что, надо меняться, да, наверное? Ну, ЕД2 и ФЕ3 тащить. Ну, как-то здесь глухо. Давай, ЕД2, наверное, да, пока не поздно. А то если он переведет шашку, то... Ой, мы по темпам что-то далеко провалились, да? Что-то да. Ну, ФЕ3, может, ЕД4 как-то где-то сыграть. Сейчас бы шашку H4 куда-нибудь. ЦБ6. А, на ЦБ6, кстати, удар еще есть. Вдруг пойдет ЦБ6. HG5, HG3 ему накинем. А, кстати, хорош. Ну, он такие вещи-то видит. Эх, не попался. Жалко. Зараза. Ну, а HG3, может, сыграем? Еще подождем его. Да, ждем. И сейчас ЦБ6. Да. Эх, не хочет. GF4, что ли, играть? Да. Ну, надо. А больше-то? Что делать-то еще? Да, нет, хорошей жизни. А он жизнь. Не будет нападать, ребята. Так это... понятно, да. Он ждет, когда мы ЦБ2... А ЕД4 это не ничья? Кстати, ничья. Ой, я сильно сомневаюсь после размена. А другого нету? Да, да, другого у нет. Ничья на А2 меняет и чего там? А Дима с G5? Да, по-моему, ничья. Успеем мы там поставить-то? Да, ну, то есть успеем. На B3 удар идет. Ну, у него есть еще какой-нибудь B5, там, я не знаю. Плюс у нас угроза сейчас DE5, DC3. Ну, B5 надо, нет? Так, B5. Вроде ударов-то не видно никаких. А на B5 что, будем 2 на 2 меняться? Не, на B5 можно DE3. И потом комбайн именуемый. А, да. Да, есть такая. Давай DE3. Ну, назад ушел. А эта комбинация, она разве не проигрывает? Не знаю. По-моему, проигрывает, кстати. Поживем, увидим, да? Так. Так, ну ладно. Грозют. Что, жертвовать или что? Я что-то ничего не вижу. Что, придется жертвовать АБ4, что ли, и нападать ДЕ5?
Или что еще делать? Уйдет. А потом можно аж G7 жертвовать. Еще, да, да, еще жертвовать. Ну, что-то мы очень много отдаем, но больше нет ничего. Ну да, другого нет. А, вон даже что. Кстати, да, так же, наверное, можно еще. А тут, а если он отошел просто? HG5? Не помню. А больше, наверное, некуда. HG7, блин. Как давит? Видимо, блин. Все. Да. Да. Не помню. Ничего, тут, по-моему, ничья была. Может быть. В конце уже вряд ли. Мне кажется. Наверное, да, в конце что-то уже не видно, куда ходить. Ой. Так, там Александр писал насчет твоей озвучки. Блестящий, четкий анализ, плюс в копилку дебютного репертуара. Голос, поставленный сознанием дела. Да, спасибо. Правда, я уже сам забыл свой этот анализ. Секрет, надо пересмотреть видео. У нас сразу же упали с 14 на 26. Нормально. Да, 2-0-то мы проиграли крепко так. А сколько туров осталось? Три тура. Три. Для шесть нас три. Шесть побед, и мы в восьмерке. Избранных шесть. Причем там еще двойные туры, даже не шесть, подожди. А девять. Для них девять. Для нас три, для них девять. О, с ума сойти. Так, ну давайте сейчас разгонимся. И как? Да, да. Я даже рад, что мне сил. Не надо 9 туров играть. Что такое? Сережа сейчас проигрывает? Ну вот, сейчас, сейчас заставим тебя 6 раз выиграть и будем в восьмерке играть. Мы, да будем, нет, так, нет. Мы будем заставлять изо всех сил. Нет, в принципе, мне пока нравится турнир. Как просто двоих гроссмейстеров обыграли, как бы, уже, да, в принципе... Главное, играем, главное, остро на игру. Так, а где мы? Мы куда мы делись? На игру, да. Так, ребят, мы где-то немножко знаний не хватает, где-то чего-то. 27-е. Сейчас, может, кто-нибудь попроще попадется. Будем надеяться. Ой. Так, кто Алс там? Шурыгин. Альшанецкий, что ли? А, нет. Алс. А, не Альш, Алс. Ага. Слушай, может напасть CD4? А, здесь CD4, да, играется. А, подожди, или... Нет. Я уже или... пошел. Ну ладно, здесь, по-моему, FG3 играется. Я перепутал. Ну ладно, можно свести, кстати. Если он CB6, то FG3. Не, если слушай, он CB6... Слушай, а если хочется DE5, я бы 4. Ну так тоже можно, а вроде еще FG3 какой-то есть ход. Ну смотри, как больше... Ну как хочешь. Тебе больше хочется? Какой рисунок? Симметрию или вот с этой? Я тоже, кстати, люблю на А7 залазить. Я на чемпионате мира последним выиграл у кого-то в этом варианте. FG3 пошел здесь, там. Так, ну FE3 надо играть, наверное. Так, и что, нам не дают BC3 высунуться? Да куда ж тебя, черт, это понесли, я же сказал. Просмотрели. Так я только рот открыл, господи. Да ладно, как будто ты сейчас что-то подсказал. Ну давай, подсказывай. Слушаем. Так, погодите, тут подсказывать пока нечего. Бей. Давайте. А, бей. Да, бей, хорошо, да. Побей. Я вообще сейчас что-то начал смотреть, я в G5, и бой на G5, не знаю. А, он по две разменялся, а то я сижу, я вообще не понимаю, что. Да. Происходит. Что, FG5 на G5, что ли, поменять? Ну как? Да, вроде как. Или что еще делать? Чтоб или или выждать B7. Или выждать БА7 еще? Ой, ну, слово. А, Олег, давай сам думай, а то подскажешь. А может ЕД6? ЕД6? Ну, поменяет. Что-то ЕД6 какие-то упрощения. Не, он FG5. FG5 хочется поменяться со страшной силой. Не знаю, правда, какой смысл. Давай сами FG5, может, там потом фланг слабый будет у него, если он же H4 нападет. А если BC7, а B2... CD6. Блин, плохо. Да, давай FG5. А то и время уже... Что-то я не вижу ничего вообще. Володь, глянь, а кто такой Алс? А то мне от доски отвлекаться не хочется. Вот, а Шурыгин как бы это... Шурыгин. Сильный КМС. Вот, FE7. И две на один, да? Или, ну, да. Или по одной все-таки? Да, наверное, по две, чтобы фланг у него выбить весь.
И потом да. как-нибудь будет. А одной у него слабости особых не будет, да. А, я ну, G7 выскакиваем, да? Угу. Ну да, вроде как-то я на вид. Поторопился. Ну бывает, ничего страшного. Так, он хочет поставить CD2 и нам долбануть со страшной силой. Что будем делать? Закроемся, ED6 просто. Ну ладно, елки-палки. Это как бы... О, а тут можно B7, он не успеет же напасть. Или успеет? Не, не успеет. Ну тут B7. упрощение ничейные пошли. Не, а у него плохо, мне кажется. Мне тоже кажется, что плохо. Так, а куда дальше? Тут есть ничья, что ли? Ничего себе. ED6. Так, подожди, а DC7 не выигрывает? DE7, по-моему, здесь. А, или DC7 даже. Подожди, на DC7 жертва есть FG5. А если DE7, то у нас там будет хорошо. Типа, он BC3 сыграет, мы FE5 нападем, он разменяется, мы еще CD4 нападем. Мы там будем давить его сильно. Ну, там ничейное, но да, давить, да. Слушай, ну, это, по-моему, выигрыш, DE7, да. Это да, выигрыш. DE7, да, там, там какая-то вроде есть что-то ничья или, после нет? А после DC7 там ничья стопудовая. Так, нападай быстрее. CD4 дальше, так. И ничья, это проигрыш, ничего. А, он так даже пошел? А что это было? Ну, пошел просто в дамки, что? Так проиграно, да. Это что такое конечно было? Там так, ничего, главное... Да. Так, EF6 быстренько сыграй. Во. А, обменялись любезностями, да? Ребята, чудом! А что, ничья, да? Мы первую проиграли. Три богатыря! Особенно я с моей комплекцией. Да Вань тоже, по-моему, не слишком большой. Да, слушай, я тоже. Классно его это. Прижали-то, главное, вроде это. Ходы такие, естественно. А после DC7, кстати, по-моему, ничья. FG5 и нету выигрыша. И потом EF4, да. Так. Вот именно DE7, Ваня правильно подсказал. Грачил какое-то этюдное продолжение. Так, и кажется, он выигрывает, да? Не кажется, а точно. Ладно, два тура осталось мучиться, и потом уже спокойно комментируем. Плей-офф начнется? Да, ну ты знаешь, в три голоса будем. Вот зрителям весело станет. А у нас что сейчас? Минус сколько? Слушай, они первую партию еще так сыграли. Минус. Ну, Олег, ты им скажи, не тормози, сникерсни, там что-нибудь такое, давай. Ну, вот а, кстати, смотри, позиция похожа на ту, которую мы только что играли с Рамазоном, только минус с переменой цвета. Да, что-то у черных какая-то грустная позиция. Ну да, по дебюту можно было на Е5 бить, конечно, но там тоже. По-моему, чуть ли не единственная ничья за черных. А Б6, да. Да, такие позиции давать при жеребьевке да, с таким контролем. Тут сколько, 2 плюс 2, да? Угу. Да, 2 плюс 2. Это, конечно, круто уползать здесь. Блин, я даже не знаю, как здесь играть, честно говоря. Так, что, напасть надо или... Ну, если нападешь, он FE3, и потом CB2 будет ставить угрозу. И чё, как от нее избавляться? Не, ну, BC7, наверное, или как? А, то есть загнать играть сначала туда, и потом HG7, что ли? Я не пойму. Такая висячка у черных будет, что мама тут не горюй. По-моему, проиграно. Да, вот эта вот шашка на B6, она как раз. Я бы BC7 попробовал. Вот, и... Ну вот, господь... А потом CD4, что ли? Ну да, наверное, ED4. А ЕД4 там HG5. А там вообще шашка проигрывается, да? Ну, похоже, блин. Да. А, нет, там, наверное, CD4, да, надо. А сейчас, наверное, как-нибудь CB2 подожмет. Ну, что-то плохо, ну... Где-то блин, надо что-то искать. Проиграно, это, по-моему, проиграно что-то. Может, творческий ум Евгения Кондраченко поможет спасти здесь? Какой-нибудь... Тут замысловатую... смотри, какие-то сейчас удары будут, типа... Замысловатую комбинацию какую-нибудь сейчас придумает. Да. Что, HG7 можно играть или нет, я не пойму. Так, HG7. Да, ну, сыграл. Вот. HG5 поджали, DE7. Если он сейчас надо, поменяется, да, то... А, слушай, ходите. После размена FG3 нельзя, там жертва идет. А, FG5, да-да-да-да-да. Так, а если DE3? Стоп, а там это CD4 будет. DE3, правда, DE3. Да и три, граждане, ну шо ж. Так. CB6, что ли, решил? Ходить? А там ED2. А, ну там... Так, FG5 нету? FG5 же, по-моему, ничья. Трах тебе, док, смотрите. Не, выигрыш. Что сотворил Евгений? Или выигрыш, даже. Да, выигрыш. Я говорю, ну тактика, вообще потрясающее мастерство, конечно, тактическое. Слушай, это похоже шлиф, так что эту партию можно сразу же разбирать, анализировать, да. Шлиф, караул, похоже. Просто караул. Да, великолепно. А с кем это Евгений играл? Мартынов. А,
Яцук. А, Яцук, это знакомый твой, да? Да. Ну, тут он, похоже, своей головой играл четко, да, Яцук. Ну, тут да. Олег сделал тонкий намек на толстые обстоятельства. Да-да. Ну, нет, тут можно сдаться. Это да, можем еще кого-нибудь посмотреть. Так. Если сейчас Володя... Давай, может, Гроздов, Самандар против Хантера? Смотрите, что творится. Костя окружает. Только что как-то он окружает. Грустно здесь. Ребята, а Самандар против Хантера тоже интересная позиция. Давайте. Ну, давай, давай. Что сейчас поставит хозяин барин? Два Гросс, считай, два Гросса. Никифоров же тоже, по-моему, гроссмейстерский бал у него. А, даже так? Ну, что-то... На вид все-таки у белых хорошо, а мне кажется. Это проиграно. Вот Евгений Кондраченко пишет в чате. За доской нашел, мамой клянусь. Ну, нет. Да нет, стопудово, это прикол. Поверим академику, ладно. Или сделаем вид, что поверили, ладно. Да нет, это Евгений, видно же, прикалывается. Да не, Евгений мог и сам найти такое, он способен. Да, с его-то данными. Так, ну что тут, по-моему, неудачно мы все-таки выбрали. Тут, по-моему, у белых явный выигрыш. Вообще красиво, конечно. Такой мешок на фланге, что кошмар. Так, а cb6 нету? Да нет, он назад побьет просто ge1 и все. Не, а тут-то все, по-моему. Ну да, надо пора сдаться. А, стоп, комба, комба, комба. Кому сдаваться? Не, а зачем? Надо было назад бить. А зачем так, вперед? Погоди, ну он еще добежать успеет, может быть. А, там нельзя нападать. А странно, когда cb4 отдали, чего он назад не побил? Похоже, это, Денис тут выиграет. Плохой эндшпиль, некуда ходить. На, скидывайте в g5 и пытаться шашку вести ед4, да. Вон тут нам констатируют, что это чудо шашки. Ну, может, добежит второй дамкой. А, он стоит ловлю, да? HG3. Да не, у него 4 шашки. А g3, ед6 нельзя было. Сейчас напал просто. А можно напасть было g6. Да, додавит, я думаю. Ну, в любки напал, зашел. Напал, дамку съел. В любки. А зачем так-то? Да что ж такое-то, господи. Слушай, ничья. Там выигрыш был 100%. Да? Бауржан пишет. Простейший выигрыш. Значит, слушай, только мы косячим. Глеба не поймал, да? Тут смотри, гроссмейстеры что делают. Так. Даже легче стало, да? Первый партию в ничью сыграли. Камень души упал, да? Тимофей жесточайший цейтнот. Буквально на флажке пытается тут выкрутиться. Так, а по шашкам поровну хотя бы, да, шашек? И что после dc3 будет, я не пойму. А там размен по 2, fg5, да и этот. Но все равно да, плохо. Кошмарная позиция, ребята. Да, fg5, просто. fg5, наверное, победа. Да, fg5 явно. Fg5, да, естественно. А на fg5. Так, слушай, dc3 уже есть. Но все равно fg5. И на fg5 может cb4 напасть было. А мы там cd4 пошли бы, наверное. Хотя тоже центром дает. Да, тут как угодно. И dc5. Сейчас тоже, наверное, gf4 и cb4 не проходит, похоже. Зажимается. Да, gf4 должен быть. Или gh4. Или может, он gh4. Ну, gh4 проще. Проще всего. А так кости и делают все правильно. А, ну да, да, да. Тут и все. И на fe3 бой df2. Да, все ясно. Видите, все в болото. Абсолютно. Да, там бы шашку пожертвовал. Да. Так, все еще доиграли, да? 27-е. Костя держится на втором месте вслед за нашим бессмертным. Ребята, письмом. Хорошая новость. Не последнее место, это точно. Не последнее, это с какого уже, не, уже никак не займем последнее, жалко. Да. Какая боль, понимаю, какая боль. Последнее место. Да. Так. О, Денис Азаров. Любит Денис остроту. Вот гамбитные позиции, наконец-то, мои любимые. Сейчас будем играть на победу. О! Ну как в руки тебе? Так, АБ6. Какой-то турнир, Олег, за жертву Кукуева так блестяще отыграл. А, я бы сразу АБ6 пошел бы цепять, чтобы еще поострее было. Ну ладно. Но там жеребьевки не было, да? В том турнире. Так, ну что, БЦ5 играем?
Или выводим шашки сначала? Кстати, эта позиция неприятная за белых. Так, наверное, тут bc5, да? Если он по 2 меняется, то получал. Плохо. Ну да, тут у белых неприятная позиция. Или hg7 можно было тоже подождать. Заодно намекаем, что hg3 нельзя. У Андрея Кригера на чемпионате России... Кстати, вот позиция полностью с этим, с Худой Назаровым, смотрите. Это да? Эта позиция. Один в один партии. Повторилось, да, Олег? Ну давай по старым образцам. Да, кстати. Как там? А b2, а он да, куда или... пошел? А кто помнит, куда он пошел? dc7, что ли, или что он там сделал? Или hg7 пошел? А, он hg7 пошел, он hg7 пошел, точно. А, hg7. Будем вспоминать и давить. Да-да-да. Вот так вот, за чужой счет выезжаем. Да, раз сами не умеем, будем вспоминать. А сейчас тогда уже dc5, и на bc3 я разменяюсь в центре. Да-да. И неприятно. Хорошая позиция. По теории. Вот gf2, он сыграл bc7. Да, bc7, да. Ждем хода bc3, изо всех сил ждем. Так, и сейчас? Нету пока. Так, а что сейчас здесь уже? cd6 или fe5? Ну, наверное, cd6, а на bc3 fe5. И пусть там думает. Ну, давай так. Я думаю так. Да, вот я, слышу, я вот слышу, у нас в скайпе небольшая задержка все-таки есть. У тебя мышка щелкает, а у нас ход только через 2 секунды. О, что ж делать? Да. Пока интернет долезет. Да. Так, ну будем пытаться прорываться по флангу здесь. Смотря куда белый ответит. Ну, кстати, на g3 какой-то gf6 такой неприятный есть, и у него cb4 не будет, потому что... Да, потому что ed4, да? ed4 вываливаюсь, и на ef2 там комбайн. Да. d5 и fg5, да. А он на gf6, наверное, назад поменяется. Мы сейчас все свои там... планы рассказываем, может, Денис нас слушает. Так, ну, так, так, так. Ну, как... Ну, мы пугаем. Отключите третий микрофон, да, как говорили в Верховном Совете СССР. Отключите ему микрофон, быстро! Давно это было, но я такой древний, что помню. Так, задумался Денис. Ну, это хорошо, это хорошо, да. А он случайно не висит? Слушай, он висит. Если cb4 разменяется, да то нет, тоже ed4. Вот, раз вис, Олег. ed4, ты... ed4 вроде хорошо, нет? Или нет? Не, на ed4 он уйдет, и gf6 нету из-за комбы. Трах-бах-бах, и по полю... А там как проходит? Там не проходит же. А, слушай, она не проходит. Не проходит, да. Ну тогда втыкайся, к чертовой бабушке. И... Не знаю, посмотри. Так. Так. Что там, нам удар... После ЕД4 и Е2 будет удар, да Е5, нет? Я что-то никак не... Да, будет. Ну, проводи, опять, проводи уже. Все, поехали, да? выигрыш. Да, Е5, давай. Да. Народ требует хлеба и зрелищ. Народ требует жертв. Хотя бы зрелищ, ладно. Так, еще выиграть надо, не расслабляйся, еще выиграть. На А7 сейчас там. Сейчас на А7 иди. На А7, да. Да, и напасть, все, победа. Федя, Тич. Сообщими усилиями. Ну, мы же как трехголовый Змей Горыныч, втроем кое-как одного все-таки одолели. Не, я говорю, я у Андрея Кригера в этой позиции на быстрой игре в командном чемпионате России в Коломне выигрывал. Вот примерно такая поза. Там она неприятная очень. Точно она играет, да. Один, но сейчас неприятно. У нас хуже будет, да, сейчас у нас. Так, ну сейчас надо собраться еще второй. Ну, взял ты по две, переменял. Не, давай Фе3 на борьбу попробуем. Что, рисковать будет? Ну а что нам терять-то уже и так в минусе? Играем. Согласен. Ну, даже если... что, даже на 50% еще не выехали? Еще нет. А не знаю, кстати. Обидно. Только что же выиграли вроде бы, нет? Так, минус 2 было. Так что же, 6 и HG3, может быть, CB2 не будем играть, как он играл. Это плохо. Да, что-то как-то... И HG3, да. Играем по своей... шашка опорная, что ее сдвигать-то, господи. Так, ждет HG7. Слушай, а может GF4 помутить? Вот
я тоже об этом думаю, кстати. А я думал же H2. Ну ладно, играй же F4, если хочешь. Если нападет, поменяемся. Мы же на победу играем, что нам? Так он на B4 сейчас поменяется, это точно. Да, пускай. Чует да. Мое сердце. Опа! Тогда же H2 назад, да? Или да, назад, назад, да. А, или он там замутит размен с D4, на F4 побьет. Не рискнет. Ну, там будет хорошие шансы будут у обоих. Я думал, у обеих сторон. B4 разменяется. Я же сказал, поменяется. Ну, видишь, в чем дело? На D4, если выходим, мы по темпам хуже стоим. Вот в чем дело. Ну, придется, наверное. Ну, надо, наверное, да, выводить. Ну, да, да. На D4 в любом случае надо, да. Ну, вроде не сильно вроде. Ну, все равно придется, как говорится. Перед смертью не надышишься, выползай, да. Да, давай сразу. Он разменяется, конечно, там, ну, вроде... Ну, CD6 сейчас сыграет где-нибудь. Или слишком много темпов. Шашка на H4 еще, как бы. Ой, на A5 не забывайте. То есть у него, как бы, переразвитие пока. Так, F3, да, или как? Ну, грозит комбинация. Ну да, F3, наверное. Наверное. Раз, два, три. Ну да. И съели все. Так. Ну, B7 какой-нибудь, господи. Кстати, у нас огромное переразвитие, если что. Ну да, если DC5 разменяется. Так, не понимаю такого оптимизма. H3, пока играем. А B6. В плохой позиции надо быстро играть, и что-нибудь получится. Согласен. Цепнуть и соперник вдруг. А я говорил, проще было FG3 перебиться. Нет, блин. GH4. Так, посчитаю, ребята, так. Или, так. Может быть, EF2 сначала сыграть какой-нибудь? Или не стоит? Какая разница-то? Ну, чтобы не высказываться сразу. Не, ну ижу понятно, что построение F4, D4 так, здесь так, катится. Так. Ну, просто так. EF2, если где-то там, если как-то так, пойдет где-то CD4 вывезем, где-то еще что-то. Так. И у меня так, и ходов нету. Так, а если так. Не проседаем уже. Так, маленько. И, блин, плохо. Да ходи куда угодно тогда. Плохо, ребята, совсем плохо. Возможно, проигранное. Ну, комбинацию поставили, очень сложную ловушку. Да, не попался. Сложно. Ну, EF2, да. Будем пытаться что-то. FG3. Сейчас AB6 какой-нибудь, да? Ну, пусть черные еще выиграют. Выиграют. Так. А, пардон, не туда смотрел. Так, ну что там, CB6 идет или CD6? Кстати, CD6 пойдет. Если на D4 не выходить, то сходки как-то не в его пользу. Как ни странно. Да, что, же F4, что ли? Да. На D4 нельзя выходить. Так, тогда он будет меняться. А, ну да, тут FG5. Я думал, он сам FG5 поменяется. Слушай, у него D5 был и выиграно, он поторопился. Возможно. Да, кстати. А, это выигранная позиция. Ладно, мы не расскажем. Да, мы не расскажем, пусть сами ищут. Ну что, BC5? На BC5 D3 сыграем. А это выигрыш, да, за черных. Он нас не слышит? D3, CD4. Размен. А, нет, подожди, ах, нашел. Ах. Вот. Зараза. Так. Давай, вообще так никогда ничего. Давай попробуем. Вообще никогда. Даже шансов нигде нет. Ну вот, Вань, подтверждение моих слов. Видишь, говорят, Смыркова приятно слушать. В чате пишут. А, спасибо. Да. А ты думал, я придумываю это все? Ну, да нет, просто почти, бывает такое у всех, на игру, да. По идее, в этой позиции надо было сразу же в G3 играть. По-моему, вот так вот. То есть упрощать и как бы... Так я и сам потому готовил. Что не проходит окружение, да. Ну да, но там пассивно как-то очень. Просто пассивно, не хотелось, да, такое, да, играть.
видишь, как бы позиция, если черные правильно играют, вот как в первой партии мы играли, окружение не проходит, а все гамбитные позиции неплохие за белых. Вот так вот. То есть надо сразу же... к сожалению. В жизни... Да. Ну, как бы я не расстроился, как бы, ну, ребята, поиграли. Как сказать, что прям сразу FE3 уже проигрывает, прям не верится, неужели так? Ну, вот нам, как говорится, терять нечего. Ну вот, мне кажется, даже если бы я знал, что надо играть FG3, я бы все равно FE3 сыграл. Ну, просто больше игры как-то. Так, ну, последний тур. Юрий Кириллов, так, а можно не включать в стриме? Какая там ситуэйшн? О, Шепель догнал. Шепель Кондраченко по 11. А сколько у нас очков? Да, Сюкин, Сокин, Никифа. Так, 7 очков из 16, минус 2 идем. Так что можно за... А это же, ребята, а это что за товарищ С. Олег? Олег имя я знаю, да, а вот фамилию Олег я первый раз вижу. Видимо, наоборот написали. Да? Кто такой-то, Володь? Фамилия. Я не знаю, кто это такой. А там Владимир писал, кто-то, что громко слышно кого-то. Кого громко слышно? Вот Юрий Крилов писал, а можно не кричать в стриме? Не, а кого громко слышно? Так сделаем потише, если кого-то громко слышно. Да, кто у нас такой крикливый? Так, а где Олег? Все по чуть-чуть, да. Так, Алексей НТ против Олега. Соперник у меня задумался. Гурьев. Так, ну что, выйдем на 50%. Да. Просто обязаны. Давай одну бить на G5 и GF4 играть. Если на борьбу. GF4 и на GF6 полезем, да? Ну да, да. Только ну так. Давай, залазь туда и будем окружать. Чёртовой матери. О, все, вот такие позиции мне нравятся. А косяк. Это же галимый косяк, нет? А G3 может или нельзя так играть? Да E3 нафиг. И... Или D3 надо, да? Хотят... А потом что будем делать? Я не знаю, куда здесь надо. Слушайте, ребята, а это не с перестановкой... Ой, это не с перестановкой ходов, где у черных там проигрыш, в данном случае у белых. Не, ну, сейчас на B4 залезет, боюсь, что труба будет. Не, а мы здесь можем сыграть этот вариант FG3 на E3 поменяться. И есть такой вариант. То есть не Соковый, который там с поляком, да, отбился в этой позиции. Ну, там вот и Кондраченко. Можно, да. И здесь сейчас HG3 и EF2 ходы будут. И что будет? Это такая теория. Ну, не то, что теория, но эти секретные варианты какие-то. Я не помню дальше. HG3 и EF2 помню. Там в зависимости моя от того, как душа предчувствием полна, как пел Заяц. Вот тут EF2. Пока слушаю стрим. Эх, жалко, потом я виноват буду. А B6 сейчас как зафигачит. Да, не помню, что-то есть такое. Тут как-то это есть варианты, что черные проигрывают даже, да. Да, есть такое. Здесь есть очень сильный ответ за черных, но не будем говорить пока. Вот это не сильнейший ответ. Так, а здесь... Сильнейший что, B6 что ли был, Вань? Да, сильнейший АБ6 был. Мне что-то в голове крутилось, но я не понял всех идей, честно говоря. Так, а здесь как играть? Я такой ход впервые вижу. GH4, наверное. Слушай, а может ЕД4? Или ЕД4. Вот я тоже про ЕД4 думаю, кстати. Ну, на А3 ушел. Дальше что будем делать? GH4. GH4 дальше сыграем. И что-то как-то я не вижу, как ему играть. Ну, давай попробуем. С минус 2 уже можно все что угодно пробовать. Самая сумасшедшая идея. У него, кстати, 30 секунд всего. Это вот, меня радует. Более, это хорошо. Ой, ребята, а если он сейчас DC5 поменяется? Нет, ушел все-таки на А3. Ну что, осуществляй. Мы что, грозим так, просто... А здесь, наверное, вместо GH4... А, ну ладно, тут. Так, а тут ну куда? Что, FE3? FE3, наверное. Там, по-моему, вместо GH4 DE3 игралось сначала. Ну ладно. Так, ну он сейчас на B4 уходит, а нас глушит по полной программе. Не уходит. Что-то. А вот тут... так, куда? CB4. Какой-то CB4 в голове крутится, да. Ну вот, наверное, что ли, CB4. А там ED4 не будет? Будет. Да может будет. И не... Не, может и не будет. Нормально, EF4 отойдем. Давай, пробуем. Деваться некуда. Давай, подсыть нот соперник. ЕД4 просится даже.
Так он сейчас на c3 полезет. А мы еще отойдем. А, он сюда полез. Тогда b2, наверное. Ну да. Как-то так. Ну, dc3 это вообще тухло. Так, вроде и ничего. У нас, может, проиграно, конечно. Ну, я хорошо сказал. Но так ничего. Может, проиграно, но так выиграно. Правильно. Так, вот это уже совсем чего. Ой, а надо было fg5 напасть, наверное. А, cd4? cd4? Нет, cd4 тоже нельзя. Тогда все. cd2 остается играть. Ой, ну там ab2 пробивает, да? Да вроде, ну так, но чуть-чуть пробивает, но не сильно. Еще нормально, ED4, может, или что, или EF4. Ой, ED4, конечно, надо было, ну еще, граждане. Давай, DE3, да, DE3, FG3. Можно и так. Нормально, проиграть-то не проиграем. Ну и не выиграли, жалко. Ну, по игре-то мы вроде нигде на выигрыше не стояли, честно говоря. А там что-то, по-моему, в один момент мы перепутали два хода местами, мне кажется. Возможно. Фу! Честно говоря, я думал, он нас додавит. Владислав, вам интересно. Спасибо большое, уважаемый Марин. Ну, что тогда, не меняемся, просто прем. Да? Давай, давай. Как танки. Охраняем все шашки, играем как гроссмейстеры. Ой, а как они играют? Они не размениваются просто, и все. Никогда. Мы так не умеем, как они умеют. Секрет игры гроссмейстера. Просто никогда не разменивайся, и все. Вы знаете, 30 лет знаком со Швасом. А на так уже EF6 неприятно, и назад разменяюсь. Хоть бы на 10, на 5% научиться, так как Александр играет. Уже я прихватываю. Ой, где-то мы это видели сегодня, ребят. Ну, здесь хорошо. Видели, да, тут хорошо. То есть сейчас соперник, видишь, первой партии давил. У него еще сейчас настроение как бы такое благодушное. То есть мы сейчас должны просто... GF6, да? Нормально. Да, выжидаем. Так. Да что такое? Так, либо G7, либо BC5, да? Да, кстати, еще D5 даже есть. Глаза разбегаются от такого. И да, D5, и потом, да? Ребят, D5, да. C5 выйти, вот так вот. Можно так. Тут, кстати, так, да. Столько хороших стоять. Планов. Главное время, Олег, смотри. Мне нравится. Так. Так, еще сейчас FE5 подожмем. Ну вот, да, сейчас. Закинем. А, и тут, кстати, жертва не проходит. Если он сейчас жертвует, и EF2 я просто скидываю, и FE5, и плохо у него. Ну, да, фланги будут разорваны. Так, без жертвы решил EF2, да? Так, если FE3, можем разменяться назад. А идиотский просто. CB2 здесь есть у белых, нет? CB2? Ага. Ого. А, ну там может быть это, ED4, CB6 было. Сейчас какой-то есть HG7. Ну, HG7 надо играть, мне кажется, тут. Стоп, комба же есть. CB4, DE5, ой, ED4, CD6. А, вот такая, да? Да ё-моё, нет, сначала CB4, потом ED4, да, и что, 3 отдать, 3 забрать просто? Да. Что-то слона-то мы не приметили, да? Да. Как вчера тоже была такая комбинация. Я люблю слонов. Ну, да. Вчера-то совсем. Ну ладно, -1 сыграли, в принципе, я считаю, это мастерская норма. На турнире мы завершили нашу блестящую карьеру. Кстати, двоих гроссмейстеров сегодня скальп сняли, так, на секундочку, да? Не дал провести. Всегда приятно. Олег, в следующем турнире затребуем, чтобы тебя кормили исключительно гроссмейстерами. Все. Представляешь, случайно так гроссмейстерскую норму еще выкинешь? Так, может, Рома Щукина с Денисом Шогиным. Интересная позиция. Кстати, смотрю, этот С Олег выигрывает у Шепеля, смотрю. За первый раз. А, давай Шепеля. Так что за Олег-то озвучь, Володь? Я так не могу понять, кто такой. Так я не знаю, я тоже не в курсе. Чтобы у Шепеля выигрывать, надо, извините. Так, первый выиграл, и второй сейчас выиграет еще. Не, ну второй не факт. Так, Свиярев Олег, Брянск. Ну, Олег Холин? Может, это Олег Холин? Пишет Свиярев Олег, Брянск.
Так что, может шифиться. Стаж игры 11 дней. 23 игры всего сыграл. Вот-вот. Да, что тут белый палм задавили. И уже. 2-0, да? И 2-0 сейчас будет. А мы, кстати, помнишь, в первой партии ему слили, а во второй это чудом там 2-2 выиграли. А, ну ты да, сыграл да. уже, да? Да, мы во втором туре играли. С этим Олегом. Не, ну он, может, не хотел палиться. Ну-ка я посмотрю, сколько у него очков. Да он там в группе лидеров. Он там восьмерку попадает да, по-любому. Да, 9,5. Он сейчас, еще кстати... Попасть, могу еще может попасть за милую душу, ребята. Слушай, он сейчас вообще, по-моему, на второе место выходит. О-о-о. Сейчас еще второй выиграет. Ну, Шепель-то, я надеюсь, останется в восьмерке. Потому что все-таки без такого игрока не смотрится турнир. Шепель останется. Что-то да, как-то сомнительный игрок. Кто такой? Надо Володе его проверить будет. Угу. Напили, а, под... ты имеешь в виду это... Проверим. Да-да. Как бы такие вещи надо жестко проверять. Металлодетектором. И выигрыш получил. Там кто-то в чате написал, полиграф, полиграфович. Тонкий намек. Ничья, не успевает. Одного темпа не хватает. Сейчас шар да, скипнет. Не успел, да. Не успел. Ничья. Ну, Феликс тут уверенно защитился, да. Не, ну пусть Шепель-то выйдет в плей-офф. Ну, что ж прям. Шепель выходит. Да. Он даже если бы проиграл бы, вышел все равно, да? Да, да. Ну, тогда ладно. О! Сейчас можно спокойно сидеть, чаек попивать, меня вот это... Пинять ванну, выпить чашку. На таких турнирах, честно говоря. Так. Это что, Рома обижают? Чемпионы России? Да. Что творится-то? Обижают. Выиграно. Бывший чемпион России обижает... Теперь чемпиона России. Выиграно, слушай. А, ну у него соперник тоже, как говорится. Экс-чемпион России. Нет, да, два игра и выиграно. А, ну тут тоже выиграно. Да, поставил. Тут тоже выигрыш, да. Да. Ну, Рома, ты не прошел, что ли, я не пойму. Щукин сейчас глянем, проходит или нет. А он должен пройти. Проходит Щукин. А, так он там на третьем месте, господи. Пройдет. А то как-то ну, неприятно, когда сильных игроков все-таки выбивают из плей-офф. Когда в турнире они вылетают, как, ну, внизу, это как и бы не так страшно. Вот. Место, я считаю, неплохо. Вот восьмерка. Кондраченко, Шепель. Выиграли гроссмейстеров Каланова, Кириллова. Да. Так, все закончили, да? Да, смотрим восьмерку. Кондраченко, Шепель, Щукин, Свияров Олег, получается, Худойназаров, Калинов, Шогин, Ковалевский. А, Глебу... Хорошая облог. Восьмерочка. Да, прилично. Итак, первый с восьмым и так далее, да? Да. Кстати, смотри, Глеб Пономарев чуть-чуть не хватило, видать, по коэффициенту не прошел. Да, вот так обиднее всего. Слушай, это получается он плюс 3 взял и не вышел, я первый раз такое вижу, потому что обычно плюс 2 берут, и там даже с плюс 2 кто-то выходит, а тут плюс 3 и не вышел. Борьба острая очень. Да, сегодня игроков много. Смотри, восьмерку не попали Проскурин, Норель, Макаренкова, Кириллов. Сильные игроки. Никифоров. Никифоров не попал. Да. Да. Так, да, что ты... получается? Кто с кем играет, Володя? Рекламная пауза. Кондраченко с Ковалевским. А, и вот так, да? Седьмой со вторым и так далее. Так, ладно. Шепель, слушай, Шогин. Может, Шепеля с Шогиным посмотрим? Хорошая пара. Можем, да. Да. Так, Ковалевский. Ну да, там борьба самая большая будет. Щукин. Там непонятно, кто выйдет. Вообще непонятно. Ты имеешь в виду, что Шогин сейчас на подъеме, да, и от него можно ожидать чего угодно. Кстати, вчера, Иван, прикол был. Короче, вы играете с Пашей. И у меня такая же позиция, короче, попалась. А, Б4, Б5, Ж4 и черные на Е5 меняются. Вы Б3 играете, у вас соперник АЖ7. Просто ну, да. комбинацию не увидели. СД4 и ЕД4. Ну, это я помню, да. Я, кстати, сегодня... Я сегодня пересматривал там это... Я, кстати, сегодня в 12.10 я в первом туре, вот, ну, в турнире зашел, и мне в первом туре попалась эта же самая жеребьевка за тот же цвет, и соперник пошел аж 7. Со второго раза я провел эту комбинацию. А ты где играл-то, Вань? А вот сегодня в 12.10 турнир. А, турнир тоже на Гамбле, да, был?
Да, зашел. Я, кстати, еще не разобрал. Вот это о позе, слушай, это о позе стрима говорит, надо смотреть было. Я разобрал там, у меня соперник, помнишь, там знаменитая позиция создается вот после GH2? А, ну я ее знаю, да, до конца. Абациев там, Королев разбирали, Валюк, вот я сегодня разобрал, тоже у себя выложил там, интересно. У меня соперник GF6 пошел, и там неминуемая комбинация. Я в этом варианте, мне довелось белыми даже у Евгения Кондраченко выиграть. Вот, да который ты разбирал, да. Вот, ну, матч мы с ним играли. Ну, он, конечно, больше раз меня выиграл, но вот выиграл его. Не, ну там, если как бы знаешь, там невозможно проиграть. Там все разобрано. До последней. Ну да, там такая интересная игра. Но известно, да. Да. Там, кстати, черные занимают центр, а на самом деле преимущество у белых, как ни странно. Ну, после EF6 вместо GF6, да. У Валюка этот, этот дебют очень хорошо разобран с этим. Партия с Виталием Новиковым, то есть Валюк Новиков. А вот я как раз по этой партии учился. Смотрел это видео. Очень классно у него разобрано. Так, а у нас получается 46 лайков на данный момент. А сколько зрителей? Сейчас смотрят, 72 показывают. О-о-о, нормально. Две трети поставили. Во всяком случае. Так, а вы сами-то поставили? Ну-ка, я не поставил. Я тоже, еще пока. Так, короче, вам поставлю, а вы мне. Так что все справедливо. Ну да, вроде самому себе неудобно, но ладно. Ну, как бы мы же друг другу ставим. Да-да-да. Исключительно. И мыслях не было. Вот, тут уже ставки пошли в чате. Товарищ ставит на Шогина. Он имеет в виду, я только не понял, весь турнир или конкретно вот эту вот пару? Все, я поставил. 50, видишь, сразу же. 50 лайков, да. Ну, тебя испугались, Олег. 51 уже. Народ сразу бросился. Ставьте лайки, не скупитесь, подпишитесь, не ленитесь. Так, смотрим, так, наш вот Шепель Ковалевский, да? Так, поехали. Да. Не-не. Опять этот криворылый дебют, господи, будь он неладен. Так, получается, сняли этого Олега, видимо, забанили его. Сняли его? Резко, ничего да. себе. Поменялись пары, смотрю. Кого смотрим? О, давайте Денис Шогин, Роман Щукин тогда. Ой, давайте. Шукин, да. Это что, матч реванш? Слушай, я же говорю, вот мы, видимо, в стриме смотрели, испугнули его. То есть помнишь, он там это во второй партии, похоже, он специально слил. Олег остался этот. Ну вот я тоже сейчас думаю, а за что его забанили-то? Его бы, он же, ну не с программы все-таки, мне кажется, играл. Ну может где-то. А мне кажется, он нам специально вторую слил. То есть как бы мы только намекнули, он раз, видимо, смотрел стрим и слил. Похоже, тут можно много гадать тут. А Калинов снялся. Пошли, даже страшно становится. Короче, Калинов снялся самостоятельно. Снялся. А, Калинов снялся, ничего себе. А, Калинов? Да. Ну, у него дела, может, по бизнесу там, господи. Поэтому пара поменялись. А, значит, он играет все-таки этот, Олег Эста? Да, с Рамазоном Худойназаром играет. А. А это Роман Щукин против кого играет? Против Дениса Надо Шогина. Надо проверить. Ага. Есть подозрение, да. Не, ну вот интересная пара. Реванш состоится или нет в этой паре? Ну что-то у белых как-то плоховато. Да, а после ЕД6 вообще непонятно, что делать. FG3, наверное. Как-то FG3 надо пытаться, да, другого нет, похоже. Сейчас такой навал. А, ну там сразу навал. Да мне кажется, ничего, еще нормально. Да, D5 ты не сыграешь, там AB6 где-то побежит. Да, наверное. Не, ну давай, смотри, ЕД6, FG3, а если DC5? DC5, CD4, наверное. Меняюсь на B6. GH4. Так. Олег имеет в виду, что смотри, на CD4, Вань, он пробегает FG5 и GH4, понимаешь? Нет, так куда он пробегает? Куда пробегает? А GH4, значит, надо играть. Сейчас нападает, на 2 сразу нападает. А GH7 на выжить. А, FG5 и GH4, все, я понял. Да, вот что там будет, непонятно. Я что-то в другую сторону смотрел.
Так. Поэтому он и думает играть DC5. А с другой стороны, кто кроме DC5 играть-то, ребят? Тогда, наверное, сразу же H4 на DC5. FE5 нельзя, и FG5 тоже непонятно. Что там будет? Ничего хорошего не будет. H7, допустим, AB2. Блин, а слушай, что-то как-то неприятно. У кого? Это HG7 черным, если играть? Да. Ну, DC5 HG7. Надо попробовать. Ну, D5, давай. И все. D5 же. Вот D5. Может быть. Так, АБ2, да. CD4 опять нельзя? Слушай, по-моему, D5 ничья была. Вот тут непонятно. Ну, сейчас может быть, GH4? Или нельзя? А на CD4 что делать? А, GH4, CD4, да, комбинация. Извините. То есть на CD4 меняться только остается, мы GH4, и после размена просто ED4, и все, пишите письма мелким почерком. Хотя там, может быть, комбинация не выигрывает. Просто CD4, и все, куда ходить? Не, ну если GH4, CD4 побил, еще побил, ну и там дамку поставил, может быть, нет выигрыша. Да, все же одна лишняя шашка, как бы. Не, вы что смотрите? Это просто CD4 же был. Куда ходить? CD4 пробегает, тебе же сказали. Вот сейчас. Не, сейчас ход белых был же. Вот, да, вот эта комбинация я имел в виду. А, ну вы, короче, это, ребята, смотрите в гамблере, реально. Вы зависаете. А я не вижу, где. А. В гамблере. Ну, а вот что там? У нас зависло, да? В гамблере это не идти, ясно. И получил... И получил... А, ну, может, ничья есть еще? Похоже, ничья. Ну, что, на B4 куда-нибудь? Ничья, да. Так, ED4, GF6. Не, на B4. Да, ничья. Да. Ничья, да. Ну, не, можно побороться еще, в принципе. Ну, там, не, похоже, тут ничья. Тут все проходят в дамки, да. А я бы все-таки вместо GH4 CD4 пошел, и я что-то не видел ничего. Как играть черным? Шашка на G7 зависала. Так ну, нет, там пробег. Там пробежка FG5 и GH4. В этом дебюте обычно GF4 играют, и после размена 2 на 2 там как бы равное. Ну, CD4 вот поменялись. Сейчас косяку сведется. Точно. А, ну просто косяк, да-да-да. Сейчас меняются назад. GF6, AB2, AG7 и BA7, да, косяк. Классика. Абсолютно. Может, куда-то идти захотят? Придумают, ребята. Может, ED4 сейчас засандалит? Вариант с панцирети. Нет? Не рискует Денис. Ну, я думаю, оба игрока дебют прекрасно так, знают. Так, F5 и... Это на игру ход, а вот GH6 это как бы сразу ничья. Может AB6 пойти здесь? AB6 тоже ход на игру, да. Посмотрим, что Рома. Я с Сафроновым в финале Москвы сыграл в HG3, он даже обиделся на меня. И я говорю, Валер, ну мне оставалось пол очка до нормы мастера. Тогда, говорит, другое дело. Как сейчас помню. Это был предпоследний тур. Где? Какой момент? Ну, HG3 сейчас за черных просто сыграл, и все. AB6 в смысле? HG3 нету. Есть HG3. А, HG3 там. И это галимая ничья, там, мне вообще не понравилось. Да, это неуважение, да, согласен. Ну, это был, да, это был неэтично, но извините, когда до нового мастера пол очка остается, тут как бы особо не я приходится. Не знал, что такое слушай, вот это что-то как-то неприятно. Ну, это что это, они, это что, они наиграли? Рома начал какие-то эксперименты ставить, да? Не, ну да, ну правильно делает, в принципе. Так, а если BC3 или DE3? Погоди, как правильно? Он в таблице вроде выше стоит. Или... Он в таблице выше, да, стоит? Щукин выше, да. Ну да, а. Щукин выше. Ну да, и рискует, понимаешь, вот в чем дело. Тогда, может быть, и... Ну, посмотрим сейчас, может быть, ну, как сказал бы великий классик, безумству храбрых поем мы песню. Молодежь даже, наверное, не знает из какой-то оперы. Но Рома тут, возможно, знает что-то, а может быть, нет. Что, сейчас перехватит, да? Так, а что тут, DE3, что ли? Я что-то не вижу. Грозит же комбан, а CB2 нету. GH2 не ход.
А, так. Можно же F4, да, сыграть. Тут сразу, мне кажется, это уравнивается. Чья? А похоже, другого нету, да. Денис правильно сыграл. Нету ничего другого. Наверное, не было, да. Ну да, тут можно ничью уже предлагать. Так, позвольте, дай бог памяти. Они же по 4 партии играют, по-моему, да? Они по да, 2. Да, да. 4. Значит, еще все борьба впереди. Чья? А что там у нас на других досках? Здесь ничья? Что там вообще делается-то хоть? Так, у вот. Этих одна ничья. Вот Сиярой выиграла Худой Назарова первую партию. Хатфулт ничьи, вот только на одной доске только результат у нас пока что. И то в одной партии. Еще не факт, что этим все закончится. А, слушай, тут ловушка есть. После CD6 DE3 нельзя играть, да. DE3 там, потому что HG3 и DE5, и у белых плохо. Ну, конечно, знают ребята. Так, ну эту ничью, конечно, знают черные, и они ее, похоже, зафиксировали. Ну, еще немножко можно поиграть. Так, вот что-то тут, да, вот тут сразу ничья. Так или нет? Что, ну да, что? Нельзя же отходить, будет нападать на Е5 все время. Ты уверен, что тут ничья? По-моему, что-то перепутал Денис. Надо было вторую дамку проводить. Не, похоже на ничью, да. А как сейчас, ничью-то? Ну, сейчас посмотрим, что тут будет. Не, ну, Олег, а как выигрывать-то здесь? Шашек много. Не, ну, как-нибудь придумаю. Выиграем. А вот сейчас уже напал. Так можно было на G1. На G1 и все, и ничья, да. Да вот и сейчас ничья. Да, не получилось никак. Либо с Е5 нападала черная дамка, либо с G1. И не получалось от двух угроз избавиться. Какой-то криворылый дебют. Ну, по-моему, за белых. Что у тебя криворылый? Интересный, веселый. За белых он и симпатилый. Потому что раскоряк получается. Опять Е5. Как это все назвать? А что Рома думает? Рубить же надо. А он думает, как побить. Так, Ром, да, действительно, что ты там ставишь? Скобочки. Ну, одну шашку лучше бить. Две плохо. Так здесь, наверное, у белых поприятнее. Ну, я уже об этом сказал. Чуть поприятнее, если сейчас CB4, там FE7, потом FG7, белые скидывают FE7 и... А ничья. Вот не хочет он. CB2, FG7 здесь, наверное, да? Ну, чемпионом виднее, конечно. Не-не-не, FG7 я бы не торопился, я бы пошел типа... Не, вроде так играется FG7, но я не помню точно. Может быть, BC5? Да. Не, FG7, кажется, это не точный код. Не, так играется, по-моему. Слушай, по-моему, мы с тобой на стриме против Ромы играли эту позицию, ты не помнишь? Проиграли там в самом конце. А на FE3 черные воткнутся? А, не-не, там другая позиция была немножко, там мы выигрыш упустили еще. По-моему, это, когда... блин, по-моему, так, скажите, это... Ну, втыкаться можно или нельзя сейчас? Иван, по-моему, вот эта позиция один в один, вон Рома... Не, вроде другая, смайлик. Мы... Вроде а вроде другая. Это. И мы вроде мы еще... так играли. Мы там еще выигрыш упустили. А может, ты, может, путаешь, может, не со мной? Блин, это вроде это. Я не помню, короче. Так, ну, кстати, Олег... ребят, у меня сейчас стрим в Руби с гамблером идет, так что вы там говорите, что на гамблере быстрее, я не знаю. Так, Олег... Не, ну лучше из гамблера смотреть. Олег Авдошенко пишет: Олежа, привет с Алтая. Владиславу Шипилову тоже привет огромный. Давно стрим не смотрел с такими веселыми хлопцами. Благодарю, Олег. Да я еще опоздал сегодня, но я уж извинился. Так. ЕФ4, вот ЕФ4, да? Такой ход обязывающий. Можно у кого больше ходов сейчас сохранится, да? Ну, кстати, или CB4. CB4, может быть, да, еще сразу. Потому что DE3 там... DE3 не проходит. Ну да, да, или DE3, или CB4. Такое впечатление, что Денис решил сразу рисковать, не дожидаясь последней партии. Ему же как-то надо выигрывать, чтобы пройти дальше. А нет, не получается. Так, ну кстати, что Рома думает? Кстати, не получается игра на связку, наверное, DE3 надо играть. А не получается, типа, DE3, BC5, EF2, CB6, CD2, DE7, FG5 размен? Ах, не получается, я думал, там шашку можно пожертвовать. По затылку там даст, да? По затылку. Нет, не, это я видел, да, я думал, там дальше будет компенсация, там не получается. Что-то сейчас интересное будет.
У Ромы, смотри, времени вообще нету. Так, ну угроза стоит вообще-то. ЕД4, может, CD2 там... пойти? Или нельзя? Так, ой. Проехали. Ой-ой. Так, ЕД4 нельзя. Ковалевский выиграл у Шепеля вторую партию, кстати. Кто у кого? Да. Ковалевский у Шепеля. А, слушай, смотри, что хочет. Так, а если B5? Ну, наверное, B2. Надо B5 или D7 смотрел. А если... А, слушай, Семёныч, куда ходить? DC7, наверное? А, DC7? Нет, а чем получается. Там DC7 поменялся и напал, или что там, я не пойму. А что, вообще нет хорошего? Надо жертвовать. Красиво. Одного хода не хватает, чтобы там... Ага, это провести. Везде чтобы провести. Не хватает. Если бы сейчас шашка на C7 стояла уже черная, то был бы удар CB4. Да. CB4, CB6 и BC5. Так, было в партии Габрилян Сафронов, да, нечто подобное. Но там Валерий Евгеньевич оказался пострадавшей стороной. CB6 будет играть. Классика. Нет, так, без шара, не. Ну, да, CB6 уже это... по затылку. 2-4. Так, да, один полуфиналист у нас уже есть, да, я так понял? Да. Последняя партия имеет чисто символическую. Нет, ну давай посмотрим вариант. Мне просто вариант интересно, как правильно играть тут. Я думаю, что Денис будет до конца пытаться выиграть. Ну и так, так и надо. То есть, видишь, Рома играет B7, а не FG7. B7 более точно значит. То есть на FE3 просто ставим, на DE3 ставим. А какие варианты есть? CB4, что ли, меняться? Ну, может, сейчас не какая-то понятно. Новая теория. Я просто помнил, что вроде FG7 играет. Или я путаю, где-то, не знаю. Может быть. Может, и так можно, кстати, вообще. Ну, Денис решил забить гол престижа и сравнять хотя бы счет в матче, да? Вот, я вот пока не понимаю, как играть-то. Вот он думает, сейчас CB4 проводить или нет? Ну, тут просто, если белые хотят ничего, они могут тут все поменять, вот. Не, ну, я выигрыш. На ничего-то тут понятно, да. Денис может играть на выигрыш, ничем не рискуя, правильно? Все равно же... Ну, естественно, а вот как играть? Может быть, АБ4 попробовать вообще. Вот и зарядил, какой ходик. Ну, кстати, если терять нечего, можно. АБ4 я бы пошел. Не знаю, какой-то он сомнительный. Да не, понятно, это что не... сомнительный. Ну, назад кидать надо, FE7, да. Иначе тут как-то уж слишком хорошо. Можно АБ2, АБ3 еще. FE3 и F4. Или так, да, много планов. Потом назад, если что, или вперед даже там. Не, ну, подождать. А если FE7 кидать, там вообще ничего нету. Ну ладно, пусть на F4 идет. Просто назад бью, и все. Можно еще АБ2, АБ3 попробовать просто так сыграть. А, типа посмотреть, что будет делать, да? Ну да, как черные будут высказываться. Или там HG5 какой-то есть жесткий ход. HG7. Нет, смотри, АБ2 побил, БЦ3, и там HG5 какой-то ход был, что ли. Так, ну решили по-другому сыграть. Под комбинации пошел, тут уже интереснее. Так, а если ДЦ3? ДЦ3, а с какой идеей? Ну вот, типа комбинации. Так, ну отдает. Тут... Ну что-то он много отдал-то. Должна быть ничья, да. Дамка за 3. Такое не должно выигрываться. Ну, хотя, посмотрим. Ну, у черных еще есть возможность построить петлю. Ну, вот и он этим и занялся. Да, вот Рома. Сейчас BC5 сыграет. Так, одна пара закончила играть. Свияры выиграл у Худайназарова. 2,5 на полочка. Какой-то это сильный соперник очень. Всех мочит. Что-то у меня... Меня терзают смутные сомнения. У Шпака самое манит. Главное, что никто не знает, кто это такой. Вот той Назарова 2,5 на полочка. Сейчас еще Кондраченко выиграет случайно. Не, а что Рома думает? Просто BC5 и на дамкой на C3, D7. Вытесняем с большой дороги и поползли.
Тут еще выиграть можно за черных. Опа. А, кстати, сенсация назревает. Глеб Пономарев выигрывает у Кондраченко 2-1. Пока. Опа. Что творится? А все-таки Глеб Пономарев попал, что ли? Да. Так вместо Калинова. А, Калинов снялся. Все, понял. Самое главное, что там такая позиция, что у Кондраченко шансов на выигрыш нет никаких. Я вот сейчас заглянул так. Так что может быть. Это будет весело. Сенсация. Так, а Рому здесь, похоже, сейчас потихоньку все-таки. А, ну там поймал. Давай тогда Кондраченко смотрим. А там без шансов, Олег. Ух ты. Да, Глеб сегодня прям хорошо играет. Красавец. А мы, кстати, ему проиграли сегодня. Да. Ну что, можно назад поменяться? Ну а зачем? Ну за тем, что грозит GF6 и AB4. Ну Евгений еще может тут что-нибудь, я думаю, пообострять. Да, от Евгения можно ждать всего. На PC3 GF6 и что-то там непонятно, как играть. Опа, он вперед даже побил. Может, назад лучше было? Ну, не давая GF6. Не давая GF6. Посмотрим, Глеб сегодня лучше знает. Может, размен был? Кстати, позиция, ты зря, Владислав, сказал, что тут никак не выиграть. Не, ну Кондраченко может выиграть почти любую позицию, но тут, по-моему, непонятно, как выигрывать. А посмотрим еще. Сложно пробить. Белые поставили такой клин. Думает, наверное, либо DC5, либо назад меняться, да. Ну сейчас FE5 просится и на E5. Ну да, и как там к ней подкапываться, непонятно. Ну да, там если EF6, то просто ED4. Нет, можно подкопаться, там неприятные позиции создаются для белых. Там B5 и будет грозить BC5. Мне за черных уже больше нравится. А если FG5 пойти сейчас сразу белыми? Ну, FG5 тогда GF6. Ну, уже вроде... GF6, наверное, надо, да? Должна быть ничейная. Ну так, да, вот мне кажется, тут очень тяжело выиграть. Так. Даже черным еще, может, ничью делать придется. Так, кстати, гамбитка ничейная. Похоже, что-то известное такое, понимаете? Судя по тому, как уверенно заиграли белые. Ну, то есть на B7 сейчас DE3 и на AB6... CD4, да? По-моему, CD4 и там эти комбы постоянно идут. Да, CD4 там так играется. И Глеб это знает, похоже. Похоже, знает, да. Так, слушай, а если DC5 зарядить? Слушайте, а я не понял, игрок с таким уровнем до сих пор кандидат мастера, но это что такое? Так, Шепли все-таки выиграл у Ковалевского 2.5 на 1.5. Ну, Глеб, я замечал, он такой нестабильный игрок, он иногда хорошо играет, иногда там не идет игра. Ну, не знаю, уж в силу мастера, по-моему, Ваня, он точно играет. Ну, в силу мастера-то я не спорю, да. Ну, может, на соревнования не ездил еще просто. Так, что-то или наша бюрократическая система. Никак не путает, происходит. Смотри, интересно. Да, тут у Глеба по только... времени плохо. Впрочем, у Евгения тоже не очень хорошо. Слушай, Евгений путает. D3. Сейчас D3. Интересно будет. Так, ну что же он не ходит-то? Так D3 надо играть. Взял FG5, сыграл. А B6, если? А вот это не знаю, да. А, там ничья есть. Сейчас так, просто. А зачем так-то? Ой, сейчас проиграть GF4 может случайно. А сейчас все. А, как ты, что ли, Олег, проиграл, да? Да, так тут жертва, куда ходить? Один в один. Напал, все. Да, но там 100 миллионов ничьих было. Обидно. Ай-яй-яй-яй-яй. Цветноти в последний момент. Ой, Евгений, молодец, конечно, да. Сенсации не случилось, да. Ты знаешь, что мне это напомнило? Партия знаменитая Литвинович против... Блин, сейчас скажу точно. Фамилия такая интересная. Но мне кажется, даже 2-2 результат, это очень хорошо для Глеба особенно. Тоже, можно сказать, сенсация такая небольшая. Да. Не, ну, конечно, шаги было от полуфинала. Так, какие у нас полуфиналы? Молодец, так. В любом случае. Кондраченко, Свияриев и Шепель, Щукин.
Вот сейчас можно посмотреть вот эту партию Кондраченко против вот этого вот Свиярева. Игрока. Да, да. Да, Свиярев. Я Свиярева хочу посмотреть. Так, Кондраченко пишет в чате. Вот что Крест Животворящий делает. Кто? Да, Евгений вытащил невытаскиваемое. Кто делает Животворящий? Крест Животворящий. А, Крест? А он что, все-таки крестился во время? Я не поверил в Бога. Крестился во время партии, что ли? Вот радует пишет. Меня это. Так, вот пишет Евгений Кондраченко. Кондраченко, Олег, Шепель, Щукин. Ну, кого смотрим? Слушай, вот вспомнил. Знаменитая партия Литвинович, Николай, Бенедикт. Да. То есть белые 67-й год, пишет запутали. Евгений Кондраченко. Очень что похоже. Еще? То есть... Что еще раз Евгений пишет? Литвинович, Бенедикт, 67-й год партии. Да, 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 вот я говорю, то есть запутали. Евгений понял мою мысль, да. А, именно там, вот. Там жертва Кукуева была, да, избранной партии. То есть в этой позиции ЕД2 всегда играли, а Литвинович пошел CD4, и надо было, по-моему, меняться назад, а черные пытались свести к известной позиции после ЕФ2 там 0. Да. Ну, как мы видим, Евгений не только пишет много книг, но и читает немало. Так. Смотрим. Блин, и тех, и этих хочется посмотреть. А ты прыгай туда-сюда, Володь. Ой, тут какие-то эти... А зачем сразу... прыгать? Можешь двойной этот поставить. Две Олег, партии. Ну это твой хлеб. Ты же эти хорошо позиции знаешь. Помнишь, тогда выиграл-то? Позиции плохо знаю. Я вот такие позиции люблю. Вот. Симметрия. Тут надо Б3, АБ4 строить колонку и кидать. А нет, Евгений решил по-другому сыграть. Обычно здесь играют Б3, АБ4, АБ2, АБ3 и CD6 кидают шашку. Ну, это типа из этой, из энциклопедии дебютов Наумика, да? Наверное, не знаю. Наверное, да. Эдеон вам в помощь. Там Андар Каланов пишет, Кондраченко 100% в финале играет. Ну, не знаю. Ну, сейчас посмотрим, да. Тут... По скорости игры вообще непонятно, кто будет играть в финале. Кстати, у нас сейчас смотрит 101 человек, 56 лайков. Ого. Непорядок. Спасибо всем, кто смотрит. Хорошая аудитория. Смотрит. Ну ладно, не будем провоцировать людей. Да. Так, какая-то борьба завязывается, интересная. Так, а может CD6 пойти? CD6 хочется, да? Да, вот мне тоже очень хочется. И но только... кинуть, и там никаких ловлей нету, просто дамка как бы это... Ну, типа, доминирует в этой позиции. А там нету на CD6 и ED4 размена? Вот не решился Евгений на такой или ход. Или даже GF4 какой-то был еще ход. Ну, вот что-то, да, что-то. Вот там. Это рисунок, вот эта позиция, смотрите. Вот это весело. Ну, все равно А, ну тут, слушай, у белых уже неприятно. Куда ходить? DC3, наверное. DC3 и AB4. Подожди, DC3, или сразу AB4, да, сразу. И кидать шашку BC7 надо, наверное. Не, не хочет. Опасно, опасно. Так, пока не хочет. Там можно было три шашки зажертвовать, но это... Что-то такое впечатление, что у белых сейчас ходы кончатся, нет? У меня тоже такое впечатление, что приплыли. А тут просто HG5 и что-то... А, отдать шашку CD6 и пойти CB4, но там жертва двух. Там плохо. Или не проходит. Так, непонятно. Подожди, вообще. А CD6, если и AB4? Ну вот я и говорю, да, там жертва двух. Ну я говорю, там тут жертва двух, только жертву проходит. Пробиваем как бы с перебоем и типа пока не поставить дамку. А там же H4 есть, выжидательный ход очень неприятный. И непонятно вообще, куда ходить. Не, ну, по-моему, двойной... Не, ну, так-то просто. А, тут получится, наверное... Наверное, вот сейчас... Так, вот так даже погнал. И куда ходить? Непонятно. Так, белые как-то... Приплыли? Скучились. А, слушай, а если D5? Или DC5? А вот, да, DC5 пошел. Так, ну, ловим. Ну, ловит там одну, а погоди. Одну, да, а, у Белка все-таки одна лишняя есть, да, ребята? Ходить некуда, слушай, ходить некуда. Да, от слова совсем. Одну поймали, проигрыш. Вторую не сможем поймать. Не, проигрыш. Самое обидное, что черные простые там как скала стоят, да? Ладно, боремся до последнего. Сейчас защищаются. Жертва грозит.
Ну нет, тут выиграно должно быть. А там, может, черные могли попроще выиграть в одном месте? Ну ладно. Перебоем. Не, я бы с перебоем тоже. Не, раньше, раньше. Не поставишь. А, ну что, ну сейчас лишняя дамка уже. Ну, тут вообще как бы... Да, выглядит прискорбно. А кто-нибудь знает такого шашиста, Олег Свияриев вообще? Есть такое в природе? Так никто не знает. Ну, тут проигрыш, да. Можно сдаться с чистой совестью. Похоже, это прога. Ребята. Да, что-то как-то... Судя еще по времени, как он молниеносно играет. Очередные последователи Крупко, ты хочешь сказать? Ага, Крупко похоже. Ну, это похоже, но надо еще проверять на всякий случай. Все равно. Да, просто так и... обвиним человека. Тут иногда всплывают, знаете, ребята, игроки из Москвы. А я-то вроде москвичей хорошо знаю, ну, кроме самых молодых. И я таких вообще не слышал, думаю. Ну, когда он хорошо играет, я удивляюсь. Я такого игрока не знаю. А почему они оба играют за белых, ЦБ6 уходят туда? Так же вроде не играется, это ж плохо. Или сейчас какая-то новая там это... Новые варианты какие-то. Ну, сейчас посмотрим. Прога покажет. Сейчас. Олег уже в открытую обвиняет, как говорится. Не, а что тут думать, вот, Владислав, что тут думать? Ну, у нас тройка, да, как говорится. Как раньше было во времена там незабвенные, да, в 37-м году. Сейчас тройка будет выносить приговор. Если до финала дойдет, это вот... Не, ну, понятно, что очень похоже, но... Сейчас вот этот Алекс 2000. Да, что-то быстро играет и безошибочно. Ну, очень похоже на программу. На всякий случай надо проверить тщательно. Ну, просто, видишь, даже если это игрок под другим ником, как бы, ну, как под другим именем играет, это тоже, как бы, я считаю, что надо банить. Правильно. Некрасиво, да, как говорится. Регистрироваться под своим именем, правильно? Правильно, да. Ну, да. Да, пожалуйста. Это сразу же, пап, сразу же. Да, хотелось бы, конечно, чтобы Евгений Кондраченко смог отыграться, но пока... Так, HG5. Предпосылок пока к этому не видно. А B4, какие ходы интересные такие. Так я вообще не понимаю, что происходит. Я вот смотрю, как баран на новые ворота. Ну, типа, надо меняться, наверное, FE3, а другого нету. Или может он сейчас FE3 нападет? Баран это я. А ты родился. Это прога. Ребята, вы что, не видите? Это прога. 100%. Вот Ковалевский пишет в чате. Свиряев есть в рейтинг-листе. Так там же Свиряев, а не Свиряев. В общем, тут... Пишет в чате. Но у меня ему надо всех забанить. Просто так. Смотри, он специально слил. Это выигрыш. Он, походу, спецом или ничего, или не выиграет. А как выиграть? А походу никак, ничья, да. Видать, выигрыш. Вот интересно, да, шашка вроде поровну. Не, ну вот это вот жертва шашки и нападение, это, конечно, ну такая ничья прям. А не кого знаю. Он это купил? У кого-то... У Назарова Шайбеля выиграл. А, у Худой Назарова, да. Худой Назарова, да? Ну вот, видишь уже, что. Вон, да, люди-то пишут в чате, это кто да вообще? Вот в чате уже волнуется. Нет, сейчас подождите, я думаю, если Евгений проиграет, он придет и так прокомментирует в чате все произошедшее, да, как он да. умеет. Надеюсь, без мата. Ну, в прошлый раз не получилось без мата. Человек вышел там... У кого? У кого? Глебом, Пономаревым там, как говорится, изо всех сил пытался выиграть. Я мата не раз. Понимаешь, это? Не, он там один раз писал в чате. Ну, Олег помнит, наверное. А вот уже у нас в прямом эфире мат. Это что у нас апельсин тут это разговорился? Забанят ведь человека. Ну да, а, кстати. Ну это какой-то клон, 4 дня только, это стаж, ну, понятно. А это похоже вот этот, Свияриев и есть, только другой ник.
Как же он одновременно играет, еще и в чате пишет. Ты как, смеешься, что ли? Там же можно подключать пробу именно к гамблеру. Ты что, не знал? Вон тут уже смайки-разборки начались. Шашки уже по боку. Вот походу, смотри, Евгений, шар проигрывает. Куда ходить? Так что, все, Евгений проиграл уже. Нет, сейчас черный. Погоди, шашки. У него лишняя шашка, ты че? Лишняя? Ладно тогда. Уже напугал, думаю, чтобы Кондраченко тебе подарил. Я уже боюсь, думаю, что такое, блин. Да? Да, но выигрышем-то и не пахнет, вот в чем дело. А если FG... А, нет. А, он... А, ход белых был, ход белых. Угу. Да не, ничья тут. А он BC3 пошел, а FG5 нельзя было? А, он там 2 на 2 менялся, CB4, CD6 ничью делал. Ну, это прям офигеть, какие ничьи. Прям. Ну, Евгений уже как может, но тут, похоже, черные слишком прочно стоят. Короче, я понял это суть. Вот этот Алекс 2000 со мной играл, он просто спецом слил вторую партию. FG5, да, и комбинация. Вот! Комбинация. И смотри, какие ничьи. Зафиксировал. Делали. Зафиксировал. Да, шашки не провести. Евгений еще чуть-чуть поиграет. А кстати, ребята, посмотрите, вот, обратите внимание на время. 2.15 у него было. 2.15. Да, вообще, смотрите, он даже... Против гроссмейстера. Он время нарастил. Гроссмейстера 2.15. То есть он вообще не думает. Ну не смешите меня, что это? Составить коллективную петицию и как бы... Это как-то ход партии, ход турнира уже нарушен, конечно. А как получится, если в итоге его забанят, что переигрывать финал придется, наверное? Не, а остальных расставить по тем местам. Смотри, что делает. Вот нормальный человек просто бы по двойнику бегал и все. То есть это, видишь, это явно прога защищается. Человек бы так не защищался. Ты хочешь сказать, что он перестал смотреть программу и стал решил своими мозгами поиграть? Так это прога играет, ты не видишь, что ли? Чтобы отфиксировать. Отфиксировать побыстрее, да. Ну, на F8 напал ничья. Все, да, напал. Это капец. Так, ну, последний шанс. Ну, если это, как говорится, прога, то, конечно, никаких шансов тут не будет. Какие шансы, ну? Позиция в духе Евгения, кстати. Он такие. Ну, если Евгений не слушает, играет до конца, но борись, но... Не, ну если там этот как проиграть 2.5 на 1.5 это нормально. Там это бота, бота ставят, да, и он делает ходы сам, то есть ты не передаешь программе. Да. А комбинации нет CD4 здесь. А, нет. CB6 и жертва FE5, бой на F6, да, там. А, не, не получалось, там, не получалось. Что там будет? ED6 сейчас будет. Не, зачем ED6? Я бы BC5 пошел. А, BC5, да. Ну я не знаю этот вариант, поэтому. Я тоже не знаю. Обостряем последнюю партию. Он при правильной игре. CB4 и ED6. Вот а видишь? Да, ты правильно сказал. BC5. А если CD4, тогда просто ED6 и все, и уравнивается. А здесь при правильной игре, по-моему, белые выигрывают. Вроде бы. Но это не точно. Итак, Супергроз занял, как задал, как говорится, вопрос в лоб. Может, это Крупко? Да. Слушайте, а я не понимаю, а зачем Крупко это надо? Чтобы чувствовать себя великим шашистом? Я вот не могу понять. Клоун. У меня других слов нет, извините уже. А вы думаете, что это Крупко? Я думаю... Ну, вон тут в чате спрашивает он, Супергроз. Не, ну, может, не, может быть, программа, но просто другая, не Крупко, может. Хотя... А что, у нас изготовителей ботов прям пруд-пруди, что ли? Не знаю. Да всякие бывают. Меня терзают смутные сомнения. Ну, на такое способен только Крупко, да. Да, но ученых-то вроде как и не лучше получается, да? Они вроде... Он ну, что, да. Даже знает... А, он даже знает, что на CB4 будет так уверенно играть, не думая. Да, подтвердили в администрации Крупко. А где ты там, Володь, успел как бы сам пробить информацию? Володя, тогда надо Евгения выпускать в финал. А как сейчас тогда сделать? Не прямо понимаю. Сейчас? Не, ну это какое-то скотство, честно говоря. Ну играл бы в турнирах, ну зачем в таком-то важном турнире? Тешил бы свое самолюбие. Ну тут черные уже не выигрывают, понятно.
Ой, так и хочется матом что-нибудь сказать. Слушай, а если скинуть, да, и пойти, что думаешь, тут не выиграно? Так, ну погоди, одной не хватает, да? Да я только рад буду. Нет, здесь ничья АБ6, по-моему, да? АБ6, а потом что? А, слушай, комбинация же, АБ6 и ЕД4. Нет. Ну да. АБ6 и ЕД4, комбинация, вон, Кириллов подсказывает. Туда тебя вкачали. Так я про то же говорю. Ком пишет дядя Юра, ком. Капец, короче. Ой, так хочется. Так и хочется сказать. Короче, это не шашист, а как будто прям fucking bitch, честное слово. А, смотрите, здесь задумался еще. Тут а что задумался? Тут что, надо подумать. Совесть замучила, да? Уже пишет администратор, я уже забанил его. Вот, он просто... забанили, он сейчас сливает, Евгений выходит. Я аплодирую. Руками, ногами и головой. Видимо, уже ход не может сделать, видимо, забанил. Хорош. Не, ну Евгений заслужил финал. Как игрок заблокирован, ребята. Подкрался незаметно, короче говоря. Игрок заблокирован. Хорош. Спасибо администрации, да. Да, надо поблагодарить. Так, ну давай смотрим Рому. А у нас тут кто выше стоит? Я уже что-то А что-то у черных, по-моему, проигрыш. Да, стоит он выше, а позиция никакая вообще. Так, а у них 1.5 на 1.5, да? Да. Не, ну да. Тут, по-моему, тут не спастись. Будет ли исторический финал или нет? Кондраченко Шепель? Не, Кондраченко Щукин. Так, а у Щукина шашка лишняя? С какого перепугу тут можно? А у Щукина шашка лишняя, нет? Классический финал. Так нет, ну а как ходить-то? А вы шашка ну а куда ходить? По-моему, даже две лишних. Прорывов нет. Ничего получается. У меня крутится какой-то FE3. Да, я не знаю, FE3 можно сейчас за черных? Ну, с двумя шашками-то еще что-то можно. FE3? Да. А там же, наверное, просто побил на B8. Да. Нет, тогда ЕФ4 пойдет. И дамка ловится. Там дерьмовая позиция. Там, Владислав, ФЕ3, похоже, надо было играть. Там дерьмовая позиция у черных, просто позиционно. Олег, нет, как там после ФЕ3? Я ж на Б8 побью просто. Обе шашки отыгрываются. А я ЕФ4. Ну, побил на Ж3. На Ф2. У нас же, мы же без двух шашек были. Там прорывы тоже за черных будут потом. У тебя шашка будет лишняя за белых, но у меня прорывы. Да. Ну, так, наверное, сейчас да, тут там... у нас сколько лишних-то? Две, да? Так, сейчас посмотрим. Видишь, что надо выигрывать? Тут вообще непонятно, что делать. Как выигрывать? Посмотрим, что сильнее, дамка или две лишних шашки. Так, а над чем он задумался-то, собственно говоря? Я дамка. Я думаю, дамка. Особенно учитывая время Феликса. Не знаю, ей F8 просится. Не, ну ход черных. А, черные же ходят. Не, ну я думаю, тут выиграно. Просто DE3 и все. Может, АБ2, не давая БЦ5 вытащить? Шашка А7 плюс H8, тут я не думаю, что какие-то... Вот если DE3, то БЦ5 как-то еще он активизируется немножко. Так у тебя на H8 все равно ты не выйдешь. МЖ5 я... там, МЖ5 потащу, ну не знаю. ЦБ4, вот, прекрасный ход подсказывают. Да, усиленная позиция. Да не, вот, выиграно. Вот тут, как-то. Похоже, уже да. Да. Ну все, это F5. Ясно. Так, ну F5 еще. Финал Шепель Кондраченко. Может, что-нибудь еще не? Ну тут тяжело, да. Ну, EF2 я бы сыграл, наверное. EF2. EF2, FE5, CD2, G7, D3, GF6. Ну да, ничего не получается. Нету там ничего. Ну. А если EF4, там уже, видишь, какие-то прорывы пошли. Или размен, тоже прорывы какие-то будут. Ну нет, да, ну, эшпиль играть придется. Может, и GF4 выигрывает, но... GF4 тоже выигрывает, да, мне кажется. С тремя секундами. Вон Баир подсказывает, CD2 можно было. Это уже интересно. А тут выигрывает все. Ой, кому отдал, больше, что нравится. Отдал-то сколько. Не, я думаю, белый все-таки выигрывает. Так,
Не, ну Феликс, смотри, молодец. Пытается выиграть все-таки эту позицию. Cd2, наверное. А, нет, b5 решил. Вести надо. Не, ну так проигрыш. Просто разменялся и все. Бля, b6 пойти даже. И, да, вон Баир пишет, на c3 разменялся. И потом проводим все эти шашки в дамке, там ничего нет. Да, да тут как угодно. Тут уже как угодно. Ну, вот b6 решил. Да, ведем. Тут кому что больше нравится. D3, ну, и все. Поймал. Не, ну молодец, Феликс, как бы боролся до конца, достойно уважения. Ну вот и стандартный финал. Какой Феликс? Сейчас Феликс в финале играть будет? Или... Щукин играет в финале. А, Щукин в финале. Я за Евгения болею, он сегодня заслужил реально победу. Просто чудом вышел в финал. Да, два раза по 2-2 сыграл, получается. То есть... Против Глеба, получается, отыгрался, и вот этого клоуна за это забанили. Да, а получается сейчас Феликсу третье место автоматически. Не, тут да, похоже, место. Он какой-то психически ненормальный. Не знаю. Рома пишет, что? Снова? Смотри, Олег, Рома на тебя набросится в следующий раз, скажет, ты че? За что? За то, что против него болеешь. А кто тебе сказал, я не болею против, я болею за. Я болею. А у нас перед финалом 5 минут перерыв, да? Да, уже 3 минуты осталось. Я, Олег, кстати, Авда... вот играли танцы Кужина и Садовская, я за Садовскую болею. Олег Авдушенко пишет, да, жаль такой талант сгубить, как у Крупко. Ютуб пишет, аплодирую вам за оперативность. Ну тут в чате вообще люди отжигают по полной программе. Да, вот хорошо. Нет, так, что все быстро забанили. Отлично. Как бы, что вывели Кондраченко, это справедливо. Вот Евгений Кондраченко писал в чате, как говорят в Украине, он же скотыняка. Я не знаю, что это, но похоже, что-то неприятное. Как этот фильм, помните, «Банды Нью-Йорка»? Ты кто, Фидлум Бенц? Что это такое? Это тот человек, который ворует и у мертвых, и у живых. Фифу Бенц. Рома, что, снова? Ну да, вечная пара Кондраченко против Щукина. Опыт против молодости. Не, классный турнир, кстати, мне нравится. Там Евгений еще писал, сейчас выйдем в тамбур, разберемся. С такими, да, только так и надо. С его комплекцией, если он Крупко ударит, то это... Ну нет, лучше... я думаю, без рукоприкладства там одного пинка достаточно. Лучше не надо, да. Это же как бы... Да, ну зачем руки марать? Там кулачок-то раза в три больше моего, по-моему. Дело не в кулаках тоже там. Двигаться надо правильно. И бы ни были кулаки. Ну, не, ну программисты, они, как правило, особо физической подготовкой не отличаются. Только мыши умеют работать, да? Или как говорил этот Задорнов, да, поколение кнопкотыков, да, как он сказал. У них, говорит, одна мышца разработана. Палец разработан. Кстати, этого пальца. Не, ну, кстати, да, вот как сейчас смотришь, я не знаю, как там... За чертой, за МКАДом, ну, в Москве стало невыносимо просто. Ни в метро ездить, ни... Да по улице люди ходят, идут по переходу, вся морда в этот самый, в телефон, все, это конец света, понимаете, просто. Я так смотрю, думаю, ну окажется на том свете лет на 40 раньше, чем положено. Ну, неужели прям такие прям срочные новости, я не знаю, чтобы прям вот... Слушай, я вот подумал, может, Калинов-то снялся, чтобы... Глеб Пономарев сыграл. Может, такой вот жест красивый. Как думаете? Да нет, дела у него просто какие-то. Может, питом? Там, может, жена, кажется... дети там, мало ли что. Ну, господи, да, тоже приехала. Мне тоже кажется, что Лосат просто смотри, так снялся. То есть я играю до конца турнира, а потом, как бы, ну, финал уже, я тупо сливаюсь.
Нет, ну неотложные не дела, возможно. Может, ребенок там заплакал, ну мало ли что там, жена сказала, отцепись от компьютера. Да ну, нет, даже не так, может, какие-то очень-очень важные, срочные дела. Там сколько, сейчас. Сотня причин, может быть, Олег, ну что прям. Да, мне тоже кажется, что он бы так не сделал бы такого жеста. Что угодно. Да нет, просто, ну, глупо. Что сниматься-то? Он же сильно гроссмейстер, что я не понимаю. Конечно, да, он бы и сам мог побороться. Без причины он бы не стал уходить. Слушайте, а вот у меня мысль, пока еще не начали, да, уже начали. Вот там регистрируют с помощью телефона. Хорошо, телефон-то пробивают все-таки по, так сказать, по принадлежности. Откуда Крупко берет эти номера? Я вот никак не могу понять. А вот смотрите, два стола там было, кто-то еще играл, что ли? Или это... А типа этот Алекс, он сейчас будет думать и по типа времени сольет. Проиграю, да. А, понятно, понятно. Ага. Типа сольет. Нет, ну это справедливо. А как вот против проги играть? Ну какой смысл-то? Я бы на месте Шепеля просто бы вышел из-за стола. Да. Что-то. Известная позиция тут какая-то. Нет, а как ты выйдешь? Ты тогда две остальные проиграешь. Ты что сейчас наговоришь, блин? А, проиграет, да? А, вот так вот. Надо и пять, так и играется. Не, а у но нас, я не знаю... Я просто привык, что в домино сейчас это единственный ход делает программа, я же тебе говорил, Олег. И там вот бывает даже выходишь из стола, чтобы победный ход не делать. Ну, соперник там начинает тянуть время в проигранной позиции, да? Я думаю, ну хрен с тобой, все равно программа за меня сделает ход. Б7, потом да. Смотришь, все, уже сыграно. Ну, чаще черные чаще по-другому здесь играют все-таки. CB6 и DC7 чаще, но... А он меняться, что ли, хочет, типа DC5 потом на AB2? На AB2? Так. И не дать BC3, да? Я просто понять не могу, чего черные-то хотят. Я бы разменялся, да, в той позиции. Потом белые все равно рано или поздно на G3 меняются, и там как бы у черных, мне кажется, поприятнее даже было. Ну, здесь, может быть, AB2 не стоит играть здесь, наверное. А как играть? Может, FG3 разменяться? Сразу. А на FG3 уже E6 и грозим. Шашечку. Грозим. Угрозы. Грозим. А там тоже не получается. Ничего, сейчас тактический гений что-нибудь придумает. Посмотрим сейчас, может быть, DC3 какой-то выбить. Там тоже связка EF6. DC3 может ходов вообще не хватить. Возможно. Может быть вообще, не-не-не, может быть, ребята, HG3 вообще залепить. Но все равно EF6. У меня мелькнула эта мысль. Нет, все-таки FG3. Но я не рискнул HG3 высказать. А тут, слушай, DC5 есть. Нет, ты же говорил, EF6. Так и DC5 тоже есть. Неприятно. А EF6 с угрозой выиграть шашку на любой ход. Я бы, наверное, даже DC5 пошел. Так а DC5 я же там одну за две проведу. А, не получается, да. Я не увидел шашку. Вот EF6, да, куда ходить? GF2 остается. Типа, смотри, если сейчас DC5... А B4, может быть? FG5 и отыгрываем, но там связка будет потом. А может, AB4? Нет такого хода здесь? AB4, кстати, просится, да, сильный ход. И потом снова DC5 грозим. Да. Что-то какая-то сомнительная позиция за белых. Вот, да, так играет Рома. Как играть? Вопрос. Ну, АБ2 надо, другого нет. Слушай, АБ2? Ну, больше некуда, только АБ2. ЖА4 же удар. Так, ребята, а кто у нас в таблице-то выше стоит? Удар. Кому выигрывать надо? Врачанка. Не, ну тут ноль. Просто FG5 и CB6, да. Совсем? А подожди, а дамка не останавливается? Не, она не останавливается. Потом на B8 бьем и все. Да. Да, все нормально. Даже на D8 бьем. А, подожди, как на B8? А, подожди, тут же три шашки отдается. Ну, да, я на говорю. Бьем. Я что-то уже не то. Так, сколько? Лишнее у белых. Две шашки за дамку. Ну, еще как-то побороться можно. Не, ну, в окончаниях, я говорю, Максим Федоров, тогда гроссмейстер, как бы, ну,
одна дамка равняется вот в таких окончаниях 2,5-3 шашки. Ну, здесь шашки черных... расположены плохо, да. Да. И белый. Шашки отлично у черных расположены по бортам, то есть для эндшпиля это самое то. А у белых, наоборот, в центре. Некуда ходить. Теперь еще грозит перевод дамки на поле h4 и удары gf4. Да, кстати, да. Ну, есть, я бы... При случае. hg7 сперва и на b2 gf6, я думаю, тут ноль. А сейчас вон как. Так, а зачем так? Вот это уже плохой ход. А на h4 он мог на f4 поменяться. На f4 мог поменяться. Нет, там сразу не надо было, потому что hg7 тоже нельзя было. Там комбинация. Тут, как обычно, Евгений расставляет тактические ловушки, но боюсь, что даже его мастерство тут бессильно. Так. Подожди, не говори, гоп. Если спасет эту партию, будет, конечно, гением. Смотрим до конца. Так, на b8 так. И на g4 дамку на h2. А, нет, что-то другое выговором. Напало так. Отъели. Отъели. Так. Сплошная вот. Тактика идет. Ну, как бы, все. Да. Да, 1-0. Острая партия была, да. Интересная. А, ну, у них А7 полетел на А3. Стандартный ход его в духе, GH4. Выдавливаем в центр. Есть еще B5, да, вот B5 пошел. Ну, сейчас DE7. А здесь да на DE7, по-моему, может даже. А, или как? Тут... И сейчас, по-моему... А B2, да, играется. B7 и типа B6 будем тянуть. Вот, ну, а другого нету. А что-то похожее у них уже было, помнишь? Да. Ну, там немножко по-другому было. Немножко по-другому. А не сойдется ли с переменой цвета? Нет, не сходится. Там разница в темпе. То есть там был ход белых, GF2, и там BF7 сыграли. А тут, видишь, ход черных. А на так а, уже... Получается B... А, ну тут... Ну да, можно еще, D5 сыграть. Можно еще D5 сыграть. Что, не будет меняться? Кстати, D5, да, кстати, тоже. А если я DC5, ты что будешь? Там есть CD6. А если я ушел? Тогда FE5 побил и GH4. Это такая... Секретная вещь есть. Ух ты. Что открыл секреты? Я правда не помню, чем заканчивается. Вроде ничьей. Так, а почему Рома не хочет просто... Почему Рома просто не меняется? Что есть секретная вещь? Он же ведет в счете. Почему FG5 не играет? Вот так. Слушай, по твоему плану идет. Ну, Евгений... Слушай, да. Да, отслушали точно. Да. Кстати, Крупко пишет в чате нашем тут, продам скрипты для гамблера. Ага. Оставь себе, даром не надо. Явился. Не запылился. Я вот разбирал эту позицию, нет, да, слушай, DC5, CD6. Вот-вот, пошел сюда, да. Еще на CB4. Походу, сейчас увидим секретный шлиф. На CB4 да. Можно FE5, GH4, а может CD4, BC3, как Евгений сыграл. Так тоже можно, да. Я вот разбирал эту позицию, и так можно играть. Но я больше люблю FE5 и GH4 играть. А BC7 тут нельзя было сыграть, и ED6, и потом типа меняться? А тут черные нам надо очень точно играть. Помнишь, какой-то здесь то ли FE7, то ли BC7 проигрывает один из двух. Да? Да, это интересно. Ёлки. Надо повторить все это. Забыл уже. Зря ты подсказал, Вань. Борьба не такая острая будет. Они все послушали. Слушай, а что не проходит FE7 просто, Иван? FE7. Так, а ход черных, да? Да. А на FE7... FE7 уже противотанковый. Не-не, на FE7 FE5, по-моему. А если я ED6? Тогда побили... Так, куда побили-то? Опа! Ой, даже FG7. Это что такое? Ладно, так, потом посмотрим. А что там будет-то? А, ну, на FG5 мы прорываемся, обоюдный прорыв. Что-то, видать, да, Евгений ничего не увидел, решил. Нет, это. А если HG3? Ну, HG3 просится, да.
А там размен есть уже Fe5. Там что, размен, да. Лучше размен. За черных, что ли, будет RG, так, да? А может быть Fe5 сыграть? Вот, да, Fe5 сыграл. Баба, поехали все-таки. Ой-ой-ой. А, да, и это получается... Так без шашки же мы... Как в жертве Кукуева, только без одной шашки. В жертве Кукуева там без двух, а тут без одной. Шансы на победу есть у белых. Да, у белых шансы, да. Хорошие шансы. Так, ага, ну посмотрим, что тут. Можем, да. Кстати, смотреть, типа, сыграть... А нет, не проходит. А почему он дамку на d8 поставил? Может, на f8 надо было? Ну ладно, им виднее. Ну вот, да, наверное, на f8 логичнее. То есть ограничили бы дамку, а сейчас как бы Евгений может поставить на h8, и непонятно, как выигрывать. То есть и плюс где-то еще, если дамку убирать, допустим, на e7, тут уже, ну, поставили по большой дороге, наверное. Так, ну тяжело будет дамку поставить тут. Так, а если по большой дороге, там... Если по не большой успел. Дороге... А, не успел? Время все, Рома, 2-0. Но если только Евгений две в подряд выиграет. Ну, а да, ну, Рома все равно выше, по-моему. Не, Евгений же первый. Кондраченко знает. Первое место. А, Кондраченко две первое. Подряд, это как-то с трудом верится в это. Ну нет, все равно смотрим. Это, грубо смотрим, говоря, игра... конечно. Куда же деваться? Вон, в чате почти 100 человек. Одни из лучших игроков мира, ребята. Вы не забывайте. Ну, позиция такая спокойная. Так, белые пытаются окружать. Играют на шашку А7 отстал. Черные тут играют центром. Ну, вот видишь, как-то неприятно сейчас Фе7, да, и жмем. И окружение никакое не проходит. Ну, уйдет с Б4, да. Шашка А7 осталась, но у черных... Свободная игра на левом фланге. Да, неприятная позиция у белых на самом деле, как ни странно. Посмотрим, сейчас белые переводят шашки на фланг, на этот С1 как-то. Ф6, АБ2. АБ2 подождать, да, наверное? Так, что же, С4 что ли? БЦ3 или не БЦ3? Может ну, быть... Может быть, даже ЕД2 какой-то, может быть, даже, не ну, знаю. Ну, с позиции игры на ничью БЦ3 самое лучшее, но белым-то выигрывать надо. Как-то выигрывать, ну, да. Вообще непонятно. ЕД2 сейчас пойдет, Евгений, может. На БЦ3 какой-то FG5 нет, есть. Все-таки БЦ3 решил. FG5 есть. То есть ФЕ5, ну, видишь, нельзя. На ФЕ5 там жертва АБ6. АБ6 и ЕД4. А вот FG5 непонятно, что делать. То есть на CD4 просто GF4. А если дать. Сыграть... Кстати, а если HG5 сыграть? Нельзя так? Не-не-не, FG5 лучший ход. Не, я просто думал, смотри, HG5 и типа на CD4 AB6. Я думал, что-то такое, но, наверное, не проходит. Ну, это так, а сейчас что делать? Меняться, что ли, назад остается? Или вперед даже? А может, вперед? Так, а может, DE7 еще какой-нибудь ход есть? Да назад проще. DE7 нет, DE7 нету, да, это я... Да-да, это я случайно. И вообще непонятно, куда ходить. Я бы вперед разменялся. А, вперед там какой-то FE3 был, правда, да. Ну, правильно, назад, значит, да, все верно. Так, ну вот фланг-то пока что остался. У черных неприятный такой. Так что, возможно, что-то и будет. Ну, HG3 просится, и на FE5 назад меняемся с преимуществом. А может быть... ЕД2 нельзя? Слушай, это не позиция случайно Сокова? Это ж позиция Сокова, помнишь, с Капнуделем он играл? Один в один. Сейчас CD2. Да, CD2, видишь. Это ничья. А, да, такая, точно. Что-то припоминаю. Там это... А, кстати, тут еще точную ничью надо делать. ФЕ5, БЦ5 и ДЦ5, да, потом пробивается. Оп. А это точно та позиция? А может и не та. Что-то не то. Не побил, сходит. Наверное, С на Е3. Ой, F4 на D6. F на D6, да. Или что-то не чего? То, похоже. Не сошлась, да. Немножко вот. Не сошлась. Это вот ты выиграл одну. Вот и выиграли, так. Осталось одну выиграть. То есть решающая битва. Центром давит.
более приятная позиция. Так, давай, Евгений. Так, можно GF6, может быть, C5 поменяться. GF6, наверное, сначала, да. Пока выжидаем, потом HG7 при случае. Да, разменяться всегда успеем. Так, а вот тут что делать? Вопрос. На миллион. А так назад уже разменяется сейчас, и ничего не будет. А ничего страшного, мы побьем на D4. Да, можно на D4. Так, ну тут уже, видишь, GH4 приходится. И сейчас DC5. Не сходится. Да, не получилось. Ну ладно, да. Еще. Тут Щукина, конечно, не выиграть. CD6, да, как-нибудь? GF4, да, белые стоят, как скала. Да. Ну, центр такой слишком без слабости, я бы сказал. К сожалению. А каких слабостей-то вообще нет? То есть в первой партии там на А7 играли, а тут на H2 даже нету, видишь? Да, я говорю, без слабостей. BC3. Даже не думая тут, можно. Что думает, ЕД4, что ли? Кстати, тут, возможно, еще интересные позиции со связкой. Ну ладно, посмотрим еще. Мне кажется, тут у Ромы поприятнее позиция. Может, даже преимущество. Не факт. Позиция Оба, острая. АБ2, наверное. Пока выжидаем. Или ну, да. Как решит. Трудно представить. Я бы, может, вообще разменялся. Или АБ2 подождал, а потом разменялся бы ЕД4 и на Ж3 там. Да, ну, АБ2... Задумался. Вот сейчас что, да, Евгений? Решил идет? АБ2 сыграть. Куда ходить? Слушай, БЦ7. Ну вот какой-то БЦ7. Может и БЦ7, да, но вот он же А6 уже еще. Ну, CD4 пошел. CD4, может быть, да. Не захотел. А сейчас туда уже DE5. Да DE5. Все равно, по-моему, Олег, после ЕД4 ничего нет. Ой, ё-моё. Не, ну ребята красиво играют. А если тут CD4, потом GF4? Просто я не пытаюсь выжать 120% из позиции. Али, он на CD4, он DE5 заготовил, наверное. Рома что-то зависать начал. А вот сейчас DE5. Ребята. Вот, наверное, он DE5 заготовил, да, потому что АБ6, наверное, не катит. Вот сейчас уже что-то как-то уже постепенно... Тут Олег, ты обещал позицию со связкой, да? Вот что-то похожее. Ну, так, CB2, BC3, мне кажется, все. Мне кажется, это не проиграно. Да, у белых ничего страшного нет, я тоже так думаю. Ну, не проиграно, но у черных поприятнее, по крайней мере. Ну, у белых простой план сейчас. BC3 и ED4, без всяких... А где-то, может, даже... Ну, не, наверное, EF4 это слишком. Хотя, всякое бывает. Кстати, тут еще перехват возможен за белых. То есть, вот сейчас меняемся, потом на G3, и надо играть CB6, AB4, и у черных даже еще хуже позиция, так, по-моему. Так, мне кажется, что их хорошо-то у черных не было нигде. Ну, так, равная. Обоюда острая такая. Да, он даже меняться не стал. Так, слушай, а куда играть? ЕД4, что ли, остается? Там же F4, по-моему. На ЕД4 же F4. Приплыли? И что, все, что ли? А, ну там, может, FG5? FG5? FG5, да, наверное, только такая ничья. А, или без шашки, или... да? Да, или это не ничья. Не знаю. Так, подожди, а FG5 если? Ну, я говорю, FG5. Так там удар был. FE5, и все, некуда бить. А, куда там, бить? Да, там же FE5 просто, да. FG5 и FE5 и приплыли. Да. Да, и потом дамка ловится. Поздравляю Романа Щукина с заслуженной победой. Да, поздравляю Дмитрия, бился как лев. Молодец. Мне их партии доставили большое удовольствие. Да, действительно. Все-таки справедливость восторжествовала, и в финале играли живые люди. Это приятно. Да, сильнейшие играли в финале. Ну, объективно говоря, это пара, наверное, действительно сильнейшая. Спасибо моим сегодняшним, как сказать, комментаторам. Помогали
Хорошо. Помощником. Вы их просто сняли, ребята, не забывайте. Я думаю, что эти победы достойны большого пальца и подписки на канал. Так, 61 лайк на данный момент. Сколько? 61 лайк на данный момент. Спасибо, друзья, за лайки. Да, спасибо. Ну, веселый стрим, я думаю, надеюсь, да, понравилось. Спасибо вам большое, уважаемые зрители. Да. Вот смотрите, на данный момент 100 человек висит в чате, вы можете себе представить? Ну, это, я думаю, люди смотрели, конечно, такую шикарную пару. Щукин-Кондраченко. Ну, и в целом турнир мастеров же, он раз в месяц всего лишь бывает, поэтому больше раз, народу собирается. Раз не в неделю, а в месяц, да, Вань? Раз ну, в месяц, да. А, ну тогда, много, конечно. Много интересных партий, сейчас буду сидеть, анализировать, но очень много партий. Что там говорит, Олег, за видео какое-то у тебя выйдет завтра, что за видео, скажи еще. А завтра видео выйдет памяти Валерия Евгеньевича Сафронова, московского мастера, не так давно перешел в лучший мир, покинул нас, вот как бы его памяти, там как раз партии разбираются между Никитой Славяновым, гроссмейстером, и Алексеем Куницей. И там так получилось, что ну, они во многом похожи на партию. Вот недавно Янис Сафин у себя на канале выложил партию против Муралиева. Лацис Муралиев, по-моему. Вот. И они как бы там разбираются. Очень красивые комбинации, там неожиданные выигрыши. Так что рекомендую, посмотрите. Так, еще вопрос. Ну, есть. И вопрос, ребята, потом ответьте, верите ли вы в совпадение или все-таки это божественное предзнаменование. Так, вопрос еще в чате задавали. Олег Авдошенко спрашивал. Вопрос ведущим. Что было бы, если бы старые мастера встретились с современными? Кто кого, интересно? Ну, мне кажется, за счет преимущества, вот ввиду того, что сейчас программа есть, то у современных мастеров все-таки за счет этого было бы преимущество. Ну но, да, наверное. Но старые мастера, безусловно, бы конкуренцию составили. А в леталке-то наверняка бы новые мастера все-таки посильнее бы выглядели. Ну, в леталке, да, в классику. Потому вот что там еще все-таки привыкли к нормальным позициям, да, вот, подавляющее большинство. Ну, было там человек 5, наверное, вот, в 30-е, 40-е годы, которые играли криво, допустим, да. Вот, но в основном все-таки играли логично. Но, опять-таки, я не готов отвечать, кто победил, но мне было бы интересно наблюдать игру легендарных Василия Сокова, Зиновия Цирика и Бориса Блиндера. Вот. Ну, и, Борис Маркович, вот. Мой кумир, как говорится, Олег, не перехватывай. Вот. Ну, он всегда очень играл, почти всегда играл логично, да, допустим. Но вот он сыграл, допустим, в отказной игре Каулена, первый применил же f4, b5, cd4, fe5 и бой на g5. Ну, вот такой вот кривой ход, допустим. Ну, выиграл ту партию как-то. А кстати, так неплохо. Так неплохо бить. Зря ты так говоришь. Я разбирал, да, по-моему, потом в московском канале. Так играют. На b3 еще d7 играть надо, да. Не, ну там вот можно сразу же разменяться. Не, типа, ну там все-таки надо какое-то понимание, да, как-то не совсем стандартная игра, как-то, поэтому. Вот. Да. Все-таки как-то я считаю. Ну ладно, что, наверное, закругляться будем? Ну, да, наверное. Всем уже, как спасибо говорится, за внимание. И зрители устали, и комментаторы уже. Ставьте лайки. Кстати, рекомендую уроки гроссмейстера Юрия Борисовича Королева. Очень качественно все у него, да, рекомендовано. А, вот тут еще Олег подсказывает, Авдошенко, что Тимковского забыли. Ну, Тимковского все помнят, просто ему не дали раскрыться, он же пал. Тимковский это скорее как бы напоминает мне игру вот как раз Евгения Кондраченко, то есть такой яркий комбинационный игрок. Он пал жертвой репрессии, как вы понимаете. А, его это расстреляли, да? Ну, там или непонятно как-то. Вроде говорили, что в 41-м он погиб, потом кто-то говорил, что его видел там в 43-м, где-то там у вас где-то на Урале или в Сибири, я уж не помню. Ну вот. Да, видишь, как на шашистах. Шебедев мне очень нравился, блестящий защитник, но тоже его перемолол, и он когда вышел из лагерей, он уже был совсем слабый здоровьем и долго не прожил. Вот много там было, да и послевоенно. Да, знаменитая партия Шебедев-Соков.
Ну да, Шебедев там отбился-то классно. После этой партии Василий Соков заявил, что мастер Шебедев не пробиваем. Ну тогда да, тогда так. Сейчас просто программы некоторые смеются над такими заявлениями, но тогда да, это было очень актуально. Сейчас вроде смотришь, центром задавили. А сегодня, друзья, мы увидели победу над Прогой. Просто ей кислород перекрыли. Историческое событие, да. Да, наконец-то. Мне тоже очень понравилось. А то бедный Владимир Зан в чате, ему уже надоело кричать, когда Прога выигрывает, он там все время это поздравляет участника, занявшего второе место. Кстати, тонко очень чувствует Проги вот эти, да. Ну, это естественно, как бы у человека класс хороший, и поэтому, естественно... Ладно, до свидания, друзья, увидимся на шашечных баталиях. Да, да, спасибо за просмотр, до новых встреч. Ну, всего хорошего, пока. Да, всем спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч в эфире.